понапридумывали, да? но Ну-ка. просто. А есть какой-то общий замут? Ну, типа, мы представились друг другу, и типа, ну, какой общий замут ваншота? Про что он? Какие-то события и что-то такое имеется? Ну, да, что типа вы приехали на какое-то празднество, да? И, типа, сидите, бухаете, а сами, типа, можете придумать, по поводу чего вы приехали, по поводу чего вы собрались. Могли поучаствовать вместе и потом, типа, зайти, типа, бухать. Или могли, типа, приехать к кому-то побухать. Можете сейчас придумать, решить сами. Я шел в паломничество. Так. Какой-то я... святой местине, в которой есть ебейший артефакт. Вот так. Я к нему шел. Ну, короче, блядь. Ну, я понял. Оккультическая хуйня, так. Вот. Ну, я путешествую, и вот всякую оккультическую херню как раз ищу. Я этим увлекаюсь, и вот хожу, и, так сказать, исследую. Вы вдвоём с Артёмом пришли, не? Ну, получается так. Ну, мы могли, короче, идти примерно по одной, ну, типа, с одной целью, грубо говоря. Так-с. Вадим? Да лучше сразу, чтобы все втроём шли, потому что сейчас придумывать, блин, чем мы должны быть вместе. Хуйня получится. Хорошо. Хорошо, Вадим, тогда с какой целью ты тогда шел к оккультической хуйне какой-то? Ну, я вообще это, мастер оккультной магии, типа, и типа такое. Мастерица. Все понятно. Какие преследовал свои невидимые цели, чтобы возвести оккультную хуйню какую-то, правильно понял? Ну, пусть будет так. Так, хорошо. Ну, с этим ты самый, что типа ночью хуйня, поэтому, ну, идя по... Почему? По полям, по холмам, таким вот, ебать. Ночью заметили, ебать, небольшой постоялый двор. В принципе, можете вне его посидеть, да, поотдыхать. Но нахуя, если можно зайти и почилить, правильно? Правильно? Ну, наконец-то, я вырываюсь. Отлично. Я тоже буду тогда заходить. Як вы заходите внутрь, там вот на дверях, даже не сбоку, где-то так, как обычно щиты висят, да? На дверях нарисовано такое вот лицо человека, измазанное в такой вот какой-то белой краске, да, и у его губы алые, и глаза такие, ну, обведены зеленым, как шутовское лицо, да. Вот. И на дверях, там снизу написано на керанском название этой таверны. Таверна называется «Шут на привале». Я показываю на картину, говорю, ага, Клампах, а что ты тут делаешь? Я просто, короче, ты передо мной идешь, получается, быстрее? Я тебя так немного подталкиваю в спину, такой, типа, блядь, давай, типа, иди не вякай. О, блядь, за молодёжь охуела совсем. Бля, я плюю в ноги, вообще иду дальше. Открывая дверь, замечаете, что таверна, оказывается, довольно просторная, блядь. Человек, ну, под 50 будет. Тут такие столы. Вечерась. Да, столы сидят, ну, типа, различные. Длинная, чтобы там почилить большой толпой, побухать, типа, да. Маленькие, что для путников, которые небольшими группками перемещаются. Тут вот, типа, барная стойка, вот тут вот. Тут, замечаете, как отсюда выходят такие низкорослые такие дварфы, да, разносят всем пиво, типа, на подносах жрачку, ну, простецкую, по типу капустки с салом, там, со свининкой такой тушеной, да. И вот пахнет каким-то потом, мясом и какой-то вот такой вот специфической дворфийской специей. Я знаю, в чем я дворф.
Кидай на общество. Общество? А, ти... ну, нет, давай думаю. Кидай на персепшн, чтобы различить именно что это за хуйня. Ты такой понюхал. Блять. Так это ж собачий хрен. Самая лучшая хуйня, что можно вырастить, ну, везде, блять. Она даже через камень растет, блять. И оно очень специфическое, в том плане, по сравнению с обычным хреном, не такое острое, но оно настолько вяже, на меньше 3 было, в смысле? Ну, у меня 15 было, я просто, у меня это, я не поменял, у меня там кастом было. Ну, персепшн же как. Я понял, что это больше, чем у меня даже. Ладно, понял, похуй. Ну, типа 15 еще нахватило. Так. Фишка в том, что ну, вяже рот, что пиздец. Это такая, типа, а потом то, как... И после этой хуйни так круто пить, поэтому как собака, такие усовываешь язык, поэтому собачий хрен. Вот такая хуйня. Замечаете, что, ну, прямо вот тут вот свободное место как раз. А время насколько позднее? Время уже 9 час. Короче, подхожу к стулу, первый, да. Отодвигаю так немного и показываю так ебалом щелкаю, чтобы этот аквабах сел. И как только он пытается сесть, выдерну стул. Чтобы он упал. Я же не буду этот. Я же не буду, типа, по твоей команде этого делать, чего ты решил. А смотри, ты же не слышал об этом, садись на стул, если ты. Нет, я имею в виду, если ты мне скажешь, если ты только что сказал, что ты скажешь мне сесть. Я подвигаюсь, блядь, садись, так лицом на нем. А, ты вот на вот этот, да, вот нижний, грубо говоря, стул. Yeah. Я, короче, прикидываю, куда ты можешь сесть, я иду вот за этот все. Ой, ты, блядь, метаинформационный хуесос, я тебя понял. Блядь, кидаем 1d4, на какой стул я сажусь, один уже за. Давай. Единица это вверх, вправо. 1, 2, 3, 4. 3, то есть сюда. Хорошо, да. Хорошо, сажусь. Ну, я отодвигаю, чуть-чуть кидать, чтобы упал. Отодвинуть? Давай, ты должен на что там, ловко, ну, воровство, грубо говоря, да? А аквабах кидая рефлекс, типа, не успевая среагировать, падает. Да, но это вообще неравноценно. Фак. Ну, среагировал, так я типа... Я просто руками так удержал. И я такой, типа, такой говорю, типа, блядь, тебе помочь сесть здесь? Я так почти кричу, ну хули ты сюда садишься, это на меня встал. Осматриваюсь, где здесь туалет, чтобы указать место. А, я, подожди, стой, нет. Я показываю, это вот отсюда выносили еду? Вот отсюда. А, я говорю, вот твое место вон там вот. Ха-ха-ха, ты смешной, да. Печенок маленький, я отхожу на другой стул и яростно смотрю на него. Сейчас. К вам подходят такие вот дварф и говорят: доброй ночи, путники. Что желаете перед сном? Денег? Желаю заменить этого мелкого аквабаха на какого-нибудь нормального дворфа. Слушай, детка, если хочешь, можешь остаться со мной. Тут его там за барной стойкой стоит такая дворфийка, такая: слышь, паскол! Она такая, я пошутил, родная! Ну так что? Заливаюсь таким. Что будете есть, пиво, что пить? Пиво! Мне и моей вороне. А клобаху можно плюнуть. Сначала принесите мне, я сама плюну. Пиво даме, так, дальше. Я говорю, что типа самое крепкое дворфийское пиво. Пиво 2, дальше. Мне уже пиво. Пиво 3, ну что же. И чего-нибудь пожевать. У нас сегодня
Подешевше всего идет что? Рулька с репой. Пойдет? Хорошо. Я спрашиваю. А, сори. Спрашиваешь? Спрашиваю. А, мне показалось ртом, что ты говорил. Не. А, я спрашиваю, типа, а вы дичь готовите? Он такой, принесешь, сготовим, а так, ну, слава богу. Я говорю, заберите у этой выжившей из ума ее ворону. Ворона каркает, и ему въебал. Я говорю, а, поддерживай, родная. Он не обучаем, успокойся. Такс. То есть, повторяю, так, три пива, так, рулька мужчине, так, дварф, что вам? Я говорю, пока обойдусь. Так, обойдусь, так, и леди, что вам? Леди уже 2 минуты сидит без пива. Что это за сервис? Понял, и второе пиво леди на закуску, понял. Хорошо. Уходит на кухню сюда, на хуяк, что начинает делать. Вы слышите, что там какие-то мужики, блядь, начинают растаскивать вот тут вот столы, блядь, растягивать их, да. Я их разнес? Ну-ка. Нет. Походу, да, вот так. Они такие, оп, расставили, отставили нахуй стулики. Вот тут-то. Так, чуть-чуть подальше, блядь. Ща. Блядь, а чё это выбрать? А, не, всё, могу, ща. Отлично. Блядь. Похуй. Постоянно так происходит. Да, сука, я не могу переставить эту хуйню, пиздец. Ладно, похуй. Они такие расставили, такая образовательщик, типа кринах. Там мужики такие встали, начинают, типа, чувствовать, будет хуяриться на кулаках. Типа. Они такие, давай! Они перед этим, типа, там что-то спорили, или они просто, типа, вот решили выйти? Ну, или там до этого, там, срались? Не, просто сидели, а потом такие, погнали пиздиться, и, ну, погнали. Я так почти в полный голос, о, быдло тупорылое. Тьфу, сейчас я напьюсь, и вам всем тут рожи расколбашу. Жду пива. Приносит и дварф, выставляя всем по пиву. Грубо говоря, у него на голове еще 4-я кружка, он это с головы снимает, ставя еще на стол. Леди 2, такс. Еду принесут чуть позже. И отходя сюда, вот, за барную стойку, там что-то обсуждать со своей женой. Тут рядом сидят мужики такие, блять, можно пойти попиздиться. Она такая, да блядь, завали ебало, давай дальше. Они такие, чуть как что-то трещите, так вот, типа трещится, да, и они так что-то кидают на стол, и такие, о, ебать, пара! Они такие, 2 пары, пошел нахуй. Это когда вот это вот просто произнесли, они такие, а слабах, ты что не слышал, тебя послали, иди. Я, короче... Беру пиво, я иду смотреть, как мужики пиздятся, не слушая ответы о клубах, потому что мне похуй. Я просто, короче, беру... стоп, а пиво уже принесли? Да, да. Я, короче, просто беру и залпом херачу пиво. Здесь оно было темное. Надеюсь, оно было теплое. Ты как пьешь, такие, блять, вкусно, но оно, сука, светлое. Нет, не темное. Фу, блять. Надо было специально говорить темное пиво, блять. Принесли сейчас. Я же сказал, самое крепкое. Самое крепкое. Принесли тут. Самое крепкое не может быть. Так может. А светлое же не может быть крепкое. Так мы уже разбавили спиртом, блять. Так это уже не пиво. Ну, блять.
Ты сказал, самое лучшее дворфийское пиво. Ну, дворфийское принес. А, стоп. Нет, дворфийское заказал Артём, правильно? Угу. Так, глядишь. Вадим, тут пацаны такие пиздятся, такие хуяк. Раз, два, кто-то чуть заламывает, такие, опа, давай, давай. Ааа, пущай, блядь. И все такие, браво. Там кто-то расщит. Ну кто так бьет, как девчонка, фу. Ты даба. Все такие, типа, кто-то обернулся, такие, типа, а, баба, похуй. Я подхожу, хочу оценить пиздящихся, как они. Ну, есть те, которые на уровень с тобой, а есть те, которые, ну, слабше гораздо, да? Типа такие, грубо говоря, в основном силюки такие вот. Кто выглядит как самый сильный? Самый сильный? Да. Ну, сейчас, я бы, наверное, сказал, что вот этот вот молодой человек. Другой молодой человек какой-нибудь. Из местных. Из местных? Желательно кто-нибудь попиздится, желательно хочет. Ну, рядом с ареной. Рядом с ареной, хорошо, вот этот вот. Бля, ну еще один. Хорошо, сейчас. 5 секунд. Вот тут дварф такие. Я, короче, подхожу к нему и говорю, показываю на вот этого вот молодого человека, он назвал тебя жалким сыном шалюхи. Кидай на Deception. Нет! За что? 2? Бля, есть перебросы. Сколько? Ооо, хорош. Так, где мне мой Perception? Так. Ну, он такой, типа, я не слышал такого. Я такой говорю, все, хуйня, это я называю тебя грязным сыном жалюхи. Я говорю, типа, я ему говорю, ты же говорил что-то, типа, я сказал? Да, якобы, да, да. Я да. Такой, типа, я говорю, типа, этой старой корге пиво сильно ударило голову, типа, не бери во внимание, типа... Она и трезвая, крайне ебанутое животное. Не переживай, брат, я баб за всерьез не принимаю. Я ему, короче, я вот... У него есть в руках пиво? Не, только спиздюся. А, он, ну, в этот. Я говорю, блядь, я тебя понимаю, я тоже скоро перестану. Таки, правильно сделаешь. А, слабаки, не осталось настоящих мужчин. Я, короче, спрашиваю, типа, поворачиваюсь, спрашиваю, типа, у тебя когда-нибудь, типа, был муж там или кто-нибудь, или есть? За троих мужей похоронил. Я говорю, я смотрю, они от тебя съебывают самым надежным способом. Громко смеюсь. Все, кто рядом стоял, зарофлили, типа, такие, типа, ну да, старуха, конечно, ёбнутая, блядь, пиздец. Я так подмигиваю, говорю, бля, слушай, молодая, давай это, сегодня же и поженимся. Я говорю, я лучше сразу в могилу. Так, это дварф, такие вот сходят за кухню, там что-то хуяк, выносят тут вот, пожрать рульку. Ой. Такс. Смотри, только горячее будет. Ничего, я люблю погорячее. Горячее тут и я. Кстати, как ты, азартный сам или нет? Смотрю на него так высокомерно и говорю, а на что играете? Ну, мы играем, грубо говоря,
то, что сейчас в цене в этих землях. И что же? На змеиные шкуры. Ну тогда я пойду освежу эту бабку. Не такие, помельче. И поядовитей. Хотя, он так смотрит на этого. Поядовитей не знаю, но помельче точно. Ну, пока шкур не имеем. Может быть, подскажешь, где здесь можно их заиметь? Заиметь? Я бы порекомендовал сходить в ближайшее болото, но не ночью. Надеюсь, у вас же есть чем отплатить за еду, за ночлег, правильно? Ну, конечно. Нокс оплатит, вот эта сумасшедшая бабка оплатит. Если что, скажи, что я натуры и не принимаю. Жена не дает. Ну, это уже она, пускай разбирается. Но, короче, оплатит она все. Хорошо. Ну, муж заплатит, это клопа. Вон тот двор показывает. Я говорю, что типа, как это правильно сказать, моей женой скорее будет Флоки, чем ты. Короче, зарекайся, мой второй там же. Я говорю так, ну, видимо, ему не повезло, да? Я, короче, это, когда ты сказал, что типа, шутка чисто... А, нет, шутка для всех, короче, кроме Паши. Когда ты сказал, типа, где здесь можно поискать шкур, и из кухни выглянула повариха. Извините. Нет, там... А, ты знаешь! Я знаю. Всё, ты был на трассе. Там другая хуйня на кухне. Моя ворона, там есть способы залететь на кухню не через дверь? Ну это надо... Тут пока... С этой стороны, ну, окон никаких нема. Это может только со снаружи какая-нибудь хуйня будет. Короче, моя ворона вот туда полетит, где-нибудь там сядет на жёлточку и будет ждать, пока откроется дверь кухни и посмотрит, что там происходит внутри. Угу. Пока садится туда эта ворона, прилетая. Ну, тут мужики, конечно, пиздятся. Вот тут, рядом с Артёмом, замечаешь, Артёмик, челу, ты сидишь такие, жрешь, челу, вот, дают по ебалу, так вот, ху-ху-ка, хуяк, и он падает вот сюда, так опрокидывается. Он такой, типа, блядь, за что? Пидорас! Ещё раз перебросишь кость, блядь, дам по ебалу, блядь, своим стальным сапогом. Смотрю, на что они играют. Ты так приглядываешься, блядь. Скорее всего, в змеиного ловца. Змеиного ловца. Угу. Подхожу к ней. Сейчас, вот я только макрос сделаю змеиного ловца. Сейчас, подожди. Так. 6 CV All players save changes. Let's... Так, подошел он такие. Там такие самые из их, ну, в округе, типа тут по большей части людей, только один дварф сидит. И тут такие худые, такие в наколках, мужик, такие, типа кожа так вот обтягивает. Череп, блять, да? Ну, такие вот, сохшийся пиздец. Но ты бы, наверное, дал ему лет где-то 45-50, вот так. Он говорит, что? Хочешь сыграть с нами? А на что играет? Ну, и да, на что? На шкуру змеи. Нету шкур змеи, к сожалению. Но сыграть с вами я бы хотел. Так, он только смотрит на тебя. Может, другое что ставишь? А что у меня есть? Ну, у нас же денег нету или есть у нас денег? Нет, денег нет. Тут, если так лететь, так, по лору этой хуйни, в основном
типа, вне больших городов торгуют бартером. Натуральный обмен, я понял. Угу. Видишь вон ту сумасшедшую стру? Они такие приглядываются. Вот. Твоя на нее, мамаша! На нее я правил. Да, да, моя мамаша, на нее. Так. Я услышал, как он сказал про мамашу, это важно. Кидай на персепшн. Если выше 15, ты услышал. Бля! Нет. Да за что? Шум боя, уши такой, типа, закрыл. Капец, кубы говна. Так. Ставишь ее жопу? Ее жопу, да, 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 ее жопу. Ух, хороша чертовка. Ну, за и такую вот сряку ее, выглядывая. Моё вкусе, моё вкусе. 10 змеиных шкур. Все такие, типа, блять, Витмальд, ты охуел? Он говорит, СТП, я знаю, что делать. Ну-с, правила тебе знаешь? Ну, вроде как. Ну, хорошо. За руками так пути. Сколько? Столько с пальцем у меня на руке. Хуяк! Выставляю там на его руке, грубо говоря, 3 пальца. Такие. Погнали! Ебать, токарь. Блять! Раз. Раз. Он такой, да ёбаный рот! Он такой, блять, сука, что-то не прёт. Ну такие, хуяк, это хуяк? Сейчас, подожди, сейчас я кину хуйню. 5 секунд, стой. Где моя? Ну какую-нибудь, блядь, вот такую вот хуйню. Ща. А правило, у кого ниже, это хуйня, то и ямчей. Просто 2 куба и... Блядь. Всё? Да. 4-6 так и осталось, грубо говоря. Мне бросать персепшн? Ну, если хочешь, можешь бросить, да. Ты видел... Блядь, ты видишь, как будто он хотел что-то тебе подменить кости, но зацепился мезенцем случайно, который не обрезанный, да? За стол, блядь, за гвоздь, который там выпирает, типа, блядь, типа, въебался в гвоздь пальцем, не получилось. Минус палец. Кидай. Ебать, ну, таки, блядь, парень, да ты его дай! Держи твои шкуры! Давай, забирай шкуры. Ну, а сейчас, так как шкуры тебе есть, но я все равно хотел бы сыграть на жопу твоей мамаши. Как звать тебя? Я Флоки, сын Вильгельда. Флоки, сын Вильгельда. Я Витмольд, сын Анвила. Сейчас напишу. Так, Паша, и сори, перебиваю. Просто кидали две кости, и у кого ниже, тот победил, и все? Да. Да, там еще же дополнительное правило, но. Там дополнительное правило. Там еще же дополнительное правило, но играем пока попрощенно. Потому что надо какой-то цик контрабат делать, пока не мочусь. Пон. Ну, слушай, Флоки. Давай сейчас до 5 побед. И я ставлю 15 шкур. Угу. На жопу твоей мамаши. Витмар. Слухай. Я как заработаю больше шкур, обязательно с тобой сыграю. Но сейчас эти 10 шкур для меня очень ценны. Не так... хочу ввязываться в игру. Не сильно азарт. Так подожди, куда заднюю дал? Слушай-ка, так ты же ничего не теряешь, шкуры для тебя. Если проиграешь, то его Маша проведет хорошую ночь с хорошим, симпатичным мужчиной. Да что, ты не видишь, что ли? А так, еще 15 шкур. Ты, в принципе, ты прав, давай, играй. О, посмотри, так
посмотри, какая у тебя удача! Твое рациональное мышление мне нравится. Так, он говорит, только ты кидай первый теперь. Только сразу скажу, что мать моя очень бойкая, она немножко больная, но я так понял, ты любишь. Я ее приструню, опыт имеется. Ну, хорошо, хорошо, я понял, давай. Ты первый кидаешь, давай. А! О, хорош. Он такой, опа, пошло дело. Удача отвернулась. Так. Даю. Блять! Тише. Стоп. Кидай на персепшн. Сука, душишь. У его, грубо говоря, 5 и 3. Ну хуй себе. Он такой, оп, хорошо, поехали дальше. А, блядь, где моя удача? Он такой, оп! Стоять, блять, подожди. Кидай персепшн. Да, супер. Ну, вот осталось таки 64 осталось. Он такие, блять, хуёво. Ну, ладно, пойдём. Он такие, о, постоп, стоп. И персепшн. Да заебёшь ты, блять. Мухлёр ебаный. Замечаешь, что он типа поменял шестёрку на пятёрку. Замечаешь эту хуйню. Так, мы ж так не договаривались, сыграем же честно. В смысле? Я еще понимаю, что твой струкан горит, но играть честно. Так в смысле? Флоки, ты что думаешь, что я поменял кость? Что значит думаю, я видел. И что же я сделал? Ты поменял шестерку на пятерку. И как? Каким образом? Все бы получилось. Твои обрезанные пальцы очень ловки. Блять, ну ладно. Я инвалид, это весьма хитр. Ладно, буду кидать здоровой рукой. Блять, а вот там не 4 пальца, а другой рукой. Ладно, хорошо, твоя взяла. То есть у нас сколько? 2-1. 2-1, погнали. Ой, блять. Он говорит, о, видишь? 3-1, поехали дальше. Поехали. О! Ой, стоп. Ёбка! Кидай персепшн. Да ты заебёшь, как ты можешь перекинуть? Замечаешь, что он типа хотел типа поменять шестёрку на единицу, но, ты, но это типа его не получилось троху. Его, грубо говоря, за то, что нема одного ещё обрезанного пальца, не подцепил. 4-6. Я не могу понять, у вас тут так принято играть с подкидыванием костей по-новому. Ну, в смысле? Ну 4-6, ты ж победил. Я победил, но все-таки эти подергивания руками меня напрягают. Ну ты знаешь. Еще раз увижу, что ты так делаешь, мало тебе не Флоки, покажется. Флоки, успокойся, дружище. О, блядь, где тут воля моя? Нормально. Он такой, Флоки! Крепкая воля. Флоки, ну успокойся. Я-то всего лишь, ты понимаешь, ну, в предвкушении твоей мамаши, её сочной жопы. Продолжим. Сейчас сколько? 2-2, по-моему. 3-2. 3-2. Да, 3-2. Блядь! Он такой, 3-3, ну хорош. Ну, последних так. 2. Бля! Он такой, опа! 4-3, это что же? 4-3, ну жопа приближается, конечно. Так. Да. Артём? Ну так. Опа! А, блядь, а не помню, ну-ка подожди. Это, ну если... Вроде бы... Ну, типа, там, наверное, есть доп. Правила. Ну тут должны быть, да. Сейчас сделаем. А это вообще типа это что? Это D&D-шная, Pathfinder-овская, что это? Это созданная Павлом игра еще во втором начале на самом первом кампейне, блядь. Понятно, когда еще не было D&D. Когда еще не было D&D, эта хуйня уже была. Понятно, в школе играли.
У нее уже два или три присмотра, уже мы там... Да. Чемпионат уже проводился. Это просто да. Коля не хочет добавлять змеиного ловца, блядь, в эту хуйню. Зря. Сейчас я Ctrl-C, Ctrl-V сделаю правило. Только найду. Блядь, где бумажки? А, мини-игры? Новое правило игры змеиный ловец. 6-1 это, по-моему, лучше, чем 5-2, ну, по тем таблицам. Сейчас я Ctrl-C, Ctrl-V сделаю. Ctrl-C. Так, add handout. Так, змеиный ловец. All players. Show to players. Так, смотрим. Так. 1.6 или 2.5, ну-ка. 1.6, да, победил. То есть, получается, ну, уже победил. Она такая, брат Локи! Мне самому подойти к твоей мамаше? Или сам подойдешь, скажешь? Не-не-не, можешь сам ее забирать. Я с ней не особо в ладах, поэтому подходи, бери. Она такая встает. Там возвращаюсь за свой стол, короче, продолжаю есть свою руку с пивом. Стоит за этой хуйни. Ты можешь поставить еще 4 жопы матери и перекинуть. Я прочитал правила? Нет, тут другая, блядь. 4 жопы матери. Все понятно. Так. Так, ну-ка. По идее, ну, за ловкость рук должен отвечать эта хуйня. Правильно? Вадим, кидай на... Блядь, не знаю. На рефлекс. Блядь! Ты по наитию чувствуешь, как какая-то хуйня летит к твоей жопе прямо, да? И ты такой, опа, увернулся резко. Что-что? Я так кричу. Блин, ни одного нормального боя за сегодня. Я вижу, как кто-то хуйня ко мне тянется. Да. И швыряю его на арену и залажу на арену сам. Залазишь на арену сам? Ну, его туда кидаю и сам залажу, и сейчас буду ему и палы разбивать. Сейчас я вам покажу, как надо драться со Сонки. Все такие расступились, такие... Засовываю рукава. И так пока шел, я мог зацепить еще это, локтем Аклабаха побольнее? Можно? Кидай на... Бля, между нами было 5 футов. На... Блядь, на воровство, наверное. Аклабах на рефлексы. Может, атаку этим? Ну окей, можно и так. Да, повезло, блядь. Я знаю, я всегда, когда ты подходишь, я всегда так немножко в сторону. От старой корги нихуя хорошего не будет. Он такой, слушай, детка, так твоя жопа в надежных руках, что ты волнуешься? Ага. Ты попытаешься попасть, не попал. Ну реально ебать. Да. Ебаный стыд. Давай, короче, это по правилам борьбы, как мы у Коли дрались. Типа кидаем по порядку, ну, типа, ловкость или что мы там кидали, силы, я не помню. Ну, точно. В зависимости от того, что. И вот так вот, типа, кто кого больше раз победит. Ну давай, что ты сейчас хочешь сделать? Говори, я буду говорить, что типа акробатику или атлетику. Короче, хочу его... Он дворф или мой человек? Это человек, да. Говорю, худей, такие вот мужик. Заломать ему руку хочу. И кидай на атлетик. Ух, ебать, говнище, ебать. Сейчас, 5 секунд. Для минус 4. Сейчас ему будет там плюс 10 к броску. Включу баню. Да, сейчас 100% так и будет. Надеюсь, у него... Смотри, Паша, если не меньше 32 силы, то это херовый враг. Так, ну и он пытается от твоего этого залома так вот увернуться, да? Ровно, перекидываем.
О! Он плюс 9, нихуя себе. Отходит, отходит. 13 разница. Короче, я теперь буду только акробатическими приемами против него бороться. Сейчас его очередь. Что он делает? Он такой берет, пытается. Он такой вот, вот почекал. И говорит: слушай, детка, какая у тебя шикарная грудь. И так вот пытается, типа, как бы руками за грудь. Но на самом деле нет. Поэтому это будет на наеб, да? Сначала на наеб. Кидай спас-бросок, что там, персепшн, чтобы понять, наебал тебе или нет. Блять, наебал. И поэтому сейчас у него будет плюс 2 к заходу в ноги, и чтобы схватить за жопу, типа, да? Кидай, что там, блять, рефлекс, наверное. А, рефлекс? Да. Но... Плюс 2, то есть крит успех. Он такой берет, такой за жопу, такой тебя поднимает, такой по жопе, так... Ааа, красота! Так, сесть на лицо ему, хочу. Ууу! Нихуя себе! Давай, что ты делаешь? Так, он... Блядь, да и говнище ёбаное, нахуй. Ага. Может, просто сесть на лицо ему? Будем? Да, хотел на лицо сесть. И он пытается устоять, но типа твои движения, типа, не грубо говоря, твое движение не останавливает, но пытается устоять на ногах. И он так на ногах стоит, и так пиздой, ты ему гибал, так типа, блядь! И начинает так вкусно так вмазываться в пизду, такие, типа. Блять, так, что такие? Вот, воровство, наверное, нехай будет. Блять, воровство. Против фортитюда, тебе сложение, чтобы понять, типа, хорошо или плохо. Блять, пиздолиц хуёвый пиздец. Разочарованно, короче, хочу. О, боже мой, что за неудачник. И, короче, блин, как-то так извернуться хочу, чтобы повернуться, а не пиздая жопой. Так, вот. Ну и чтобы бедрами им шею попытаться так свернуть. Ебать. Так, ну-ка, кидай акробатикс. Хорошо. Нормально. Ебать, сейчас. Ебать, ты так вокруг шеи, как на шесте, так вот, так стриптизерша хуяришь. Он такой, типа, блядь, типа, закружился и сам ебнулся, блядь. И ты ему сейчас им тебя придавил его, типа, жопой голову. Он так, типа, ах, блядь. Типа, не встать, нихуя не делать, его в кайф, ему заебись. Так, есть ли у кого-нибудь из зрителей, кто рядом пиво в руках? У меня есть. Да, у этого вот человек Челикс. Подлетаю, короче, забираю пиво и выпить хочу. Он такие, типа, пытается еще, типа, ебалом к жопе так притянуться. Так. Кидаем рефлексочи. Ой, он присосался к жопе, как пиявка. Он такой, типа, блядь, не уходи, любовь моя! Бля, сейчас придумаю, что с ним можно. И так. Твой сын, блядь, проиграл тебя в карты, в кости, блядь, ты понимаешь, что теперь ты до сегодня моя! Так, услышав это, такой, что? Какая ставка была? Какая ставка была? Вот? 10 шкур, змеиных! Я почти на ультразвуке кричу, фуаки, 10 шкур, ты кусок говна! 15 можно было выторговать, неудачник. За 15 он проиграл. Короче. Это, кстати, реально 15 было, по сути. Ну так 10, типа первый раз 10, а второй 15. Нет, так ну ставка, типа, ну типа, Вадим скорее всего спрашивал, по какой ставке его проиграли. А. Поэтому это будет 15. Ну типа, ну похуй на ставку, ну. Ну ладно. Сейчас я придумал еще. А, точно. Я хочу, короче, разорвать это у себя одежду, чтобы грудь еще больше, короче, выпячивала и отвлекала внимание. А какого размера грудь, подожди? Ну, бля, я женщина. Кидай 1d6, чтобы размер груди, все, погнали. D6! Да, сейчас. Ну-ка. О, ебать! Пацаны, да? Хорошо. Хорошо, Маша хорошая. Как бы этот верно смог зайти? Ты же в дверь не пройдёшь.
Так. Так. Сейчас я подумаю, какой такой смертельный прием можно додумать. А, и хочу схватить за яйца, пока он отвлечен со всей дури. И вжаться, как он мне в жопу дает. Давай, давай. Кидай атлетикс. А чё кидать? Бля, атлетикс, фак. Ну ты так вжимаешься в яйца, а он типа, ну типа, даже нихуя, типа стоит ему в кайф, когда типа такие, да, сильнее, детка. Такие береть, пытается тебе взять, и чтобы понести тебе наверх. Кидай, что там, или рефлексы, чтобы уклониться, или фортитюд, чтобы типа остаться на месте. Рефлекс. Ну, конечно, я не схватил, так, типа... Любовь моя, останься здесь со мною. Бля, что еще можно придумать? Сейчас. Ты можешь ему уже по... Не-не-не, так просто, я не сдамся. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Секунду. О, точно, ебать, у меня есть покров ночи. Ебать! Так, а что мне кидать? Сбросок воли. Сбросок воли, сложно 14, правильно вижу? Бля, чё так мало 14, капец. Ну-ка! Блять! Он такой, где? Что? Пелена заслала мои очи! О, любовь моя, ты где? И так, ходил так. Мужики его взяли, типа, за руки, типа, блять, Витмаль, дади, блять, проспись, или дальше в гости, блядь. Блядь, ну ты видишь, какая женщина, блядь. Начинаю громко хихикать. Такс. Ну, бачите, этого Витмальда так вот взяли за руки, нахуй. Сейчас, где это хуйня? Обратно слепого повели туда за столик, блядь, посадили. Там пацаны, ну, наверное, с его банды или еще кто-то. Тоже вместе с ним такие, типа, блядь, вот Витмальд. Ты, конечно, блядь, дал жару, блядь. Сидели жопу, блядь, надрывали, пиздец. Он такой, типа, блядь, мужики, я слеп, нахуй, от этой жопы. Это жопа стоит 20 шкур, блядь, как минимум. И что так, кому понравилось зрелище, может оплатить моё пиво сегодня? Там кто-то говорит, а если жопу твою оплатить? А-а-а! Я так заигрывающе подмигиваю и ухожу к столику. Если что, ты, ну, ты чужишь, что тебе проиграл этой Флоки. Ну да. Подхожу к Флоке. Флоки, какого хуя? Почему 10 шкур? Ты вообще в своем уме? Я могу вернуться даже? Я не смог оценить красоту твоей задницы раньше. Я подхожу. Я подхожу. Я слышал про 10 шкур же еще, да, уже орал. Все слышали. Я говорю, что типа я бы заплатил 20, чтобы эта корга осталась здесь. Витмаль такой, о, так сыграю в ловца! А он меня слышит? Я типа своим такой говорю. А, ну ладно, хорошо. Тогда хорошо, сейчас. Кидай на, блять, на что там, на сосити, да? Я кидаю? Да подожди, я просто не понял, ну зачем. Я просто, типа, между нами, ну, типа... Ну, чтобы, типа, слышать тебе, типа, это чел. А, на сосе? Так это на стелс тогда, если... А, на стелс, да, на стелс, да, все правильно. Блять, тут где тут персепшн? Персепшн. Справа. А, нет, там отдельно. Отдельно. Он такой, типа, ну ладно, я тогда не говорю, так, хорошо. А, они продолжают играть вот тут? Ну, некоторые, да, но Витман сидит, типа, такие, пока что слепые. А, подхожу. Он рядом. Так перенеси его, слышишь? А, ща. А то просто я думал, что вы, может, куда так увели ее. Не. Угу, подошел. Подхожу, так осматриваю их.
Я говорю, боже, ну и уроды. Сажусь. Доставайте кости. Витмоль таки берет, достает, хуй ложит так вот на стол, говорит, держи, родная. Смотри, что я делаю сейчас. Короче, я нож метательный бросаю ему прямо вот в хуй, чтобы его отрезать. На. Пиздец, ну хуй втык... Или нож втыкается в хуй, так типа... Падает. Ножики такие побыстро взяли, ножи так типа... На столе, я так понимаю. Ну он падает, а хуй остается на столе. Правильно? Он сам на столе лежал? Ну, не крит, это не крит попадания, поэтому просто врезался в хуй нож, да? Типа, вот. Но к столу не прибило и не отрезало, просто... Давай определимся с размером ножа и размером хуя, потому что, ну, типа, если... Мне попадает, кажется, нож должен отрезаться. Должен отрезаться, я тоже... И моя ворона должна подлететь и забрать его. Ну, блядь, вообще-то ворона сидит, глядит, что там на кухне. Ну, она там бесполезно сидит, ничего не видит, потому что она хочет это забрать. Она там видела. А, да? У меня, если что, есть разговоры с животными, поэтому я поболтаю. На нашей пачке. Там, да, грубо говоря, нож такие вот. Появилось. Блять, как это вам? Сейчас я найду фоточку скину, потому что на самом деле. Он типа длинный как... и узкий. Как кунай, наверное, нет? Я все метательные ножи так и представляю. И он не то что длинный, и он по большей части такой маленький и широкий, я бы сказал, наоборот. Сейчас. Наполовину похож на его хуй, тоже маленький. Сейчас, где тут копировать ссылку? Ну пускай будет, наверное, вот такой вот формы. Вот, чекаем, пацаны. Вот такой вот. А, ебать. Да-да-да, и он больше, он типа уже, типа он короче, но шире. Это кричу. Ну что тут хуями разбрасываемся? Я сказал, кости доставай. Мужики такие похватали оружие, такие. Блядь, да ты нашему боссу в член метнула нож! Такие дварфы ты подходят. Сейчас. Я не понял, что за хуйня? Ну, прекратили, блядь. Наш по ножовщину. Кто начал первый? Мне похуй. Штраф с каждого. 3 шкуры змеиных. И руку вытягивая. Давай сюда. Мужики типа 3 шкуры вытащили, положили ему на руку. Он так глядит на тебе, Вадим. Ну, жду. Так, сейчас. Хочу метнуть второй нож, чтобы дорезать ему хуй до конца. Вообще можно. Блять. Охуенно. Так, ну кидай нападание. Блять. Ну, в то же место упало, хуй отрезан. Так типа, блядь. Дварф такой. Слышь, женщина. Закалечи меня. Я не до конца еще не доделал, у меня еще есть действие. А, ладно, хорошо, одно действие, так. Поворачиваюсь на этих стендах, говорю, вы сосунки, быстро дали сюда 3 шкуры, или, блядь, сейчас всем тут хуи поотрезаю. Дварфы говорят, слушай, ведьма, за калечение моего гостя штраф 15 шкур, и еще плюс тых 3, 18 шкур сюда. Прочь, ну, молодой, сколько ему лет, молодой, не молодой. Флоки, сколько тебе годов? Мне 40-45. Я думал, мне вот этот эльф, ой, блядь, эльф, дворф, вот как он выглядит, молодой? Ой, я тоже подумал. И он, ну ему годов 150-160, где-то так. Ебать, он не молодой. Он не молодой. Ну типа, для дворфа он молодой, типа, для людей нет. Что за беспредел? Я вот спрашиваю, ну что за беспредел? Что за беспредел?
какие 15 шкур? Ну ладно, я согласен, сейчас эти только хуесосы достанут их и заплатят. Ну такие, тебе отрезали хуй! Кто они? Кто это сказал сейчас? Ну это пиздано. Вот и два говорят тебе, говорят, тебе отрезали хуй или этому мужику? Так смеюсь, это не мужик. Ну теперь уже, ну яйца остались, поэтому мужик еще, так? Это дело поправимое. И он берет тебе так руку на плечо ложит, говорит, 18 шкур, или пускаем, он таки глядит на жену, таки, садим на кол. Подмигивая ему, короче, ну на кол так на кол, сегодня ночь. Нет, блядь, такие сидят. Жена не слышала это, но естественно так. И такие, типа, тише, ну, мужики такие, слушай, блядь. Как ты, а? Хавла, ну что ты творишь за хуйню, сади её, блядь, нахрен. Такие, блядь, подождите, мужики, дайте-ка подумать. Тут в двери, замечаете, открывается, так вот настежь, типа, хуяк, открывается, дверь такая, да? Сейчас только найду какой-нибудь токен. Туда залетая вот такие вот дед, и такой, пробегая до сюда и падая нахуй. Вот так вот вытягивая руку вперед, все таки на него оборачиваются, он таки вытягивая руку, говоря, блядь, пяк, и падая. Я такие, что? Я, короче, хочу... Кстати, подождите, я хочу телекинетическим броском его хуй в сторону вороны, короче, швырну. Попал хуй ворону. Ну все, она его заберет. Все. Так, Вова. Я хочу подбежать и осмотреть его до начала. Видишь, такие вот мужчинка, человек, ну, годов, хуй знает, от 50 до 85, потому что, ну, морщинистый пиздец, где-то седые волосы, где-то видно еще черноватые, но черных в разы меньше, только, ну, небольшими клочками, да. И он в какой-то робе, такой вот грязный, синей робе, полы порванные, да, снизу, сапоги грязные, ну, как будто ходил по, блядь, болоту какому-то, да, еще какой-то хуйне. На сапогах, стоп, на сапогах какие-то, типа, какие-то странные, типа, хуйнюхи, типа, да, следы, типа, как царапины какие-то. Само, типа, на поясе такие висять какие-то небольшие книжечки, через, вот, с правого плеча вниз к левому тазобедренному суставу висит такой пояс. На поясе от него висят такие небольшие свиточки, да? На руках по кольца такие, да? Они такие медные, но там какие-то камни, которые, ну, такое ощущение, как будто какие-то, блядь, ну, с рунами напечатанными, да? Его такое, голова такая покрыта вот там, где именно щеки, да, и лоб такими как узорами, как татуировка какой-то, который складывается в одну, какими-то символами, которые ты не понимаешь. А я могу попробовать разобрать? Хочу, да, я хочу этот... Я хочу, типа, знаешь, как это сделать? Сейчас обосную. Я хочу, типа, посмотреть, то, может быть, оно имеет какой-нибудь смысл, какой-нибудь... ну, такой, типа, оккультический смысл, допустим. Что-нибудь, какой-нибудь секте, какой-нибудь это... Ну, что-нибудь такое вот связано. А, хорошо, кидай на оккультизм. Так... Ну, ты так вот глядишь, такие, блядь, такое ощущение, часто, очень часто, практически 99% случаев,
такую хуйню, похожую, да, на, именно на ебали вот так вот, размещают какие-то, ну, маги, некроманты, блядь. Хорошо, я, короче, я к нему подхожу ближе, я хочу осмотреть, он живой. Он такие, или... И он живой, но такие заебавшиеся, что пиздец, типа, видно, что... Он именно что устал, да? Да, устал, типа, как марафонец, как будто пробежал 500 тысяч километров и упал, блядь, заебавшись. Не ранен? Вообще? Он не ранен? А, ну, ты ж далеко, блядь, сидишь, подойди, блядь. Ну, давай, подойди. У меня есть набор лекаря просто, если что. Два в тоже такие подходят, типа, блядь. Кидай на медицину. Сейчас. Не, здорово, просто заебался. Ну ладно. Я, короче, смотри, я ему... Во-первых, я что-то еще пиво не допил? Или допила Нокса? Допила Нокса, все пиво, все. Все допила? Я, короче, ну тогда, типа, если я помогу ему... это. Короче, я хочу ему помочь, типа, встать. Он в состоянии, типа, если я ему подам руку встать. Ну, встать не, ну, типа, ну, такие, вот, знаешь, как будто вот вялый, как Коля бегал с кабаном 10 километров, он пришел, типа, лег на койку, потому что, ну, заебался. Вот, типа, грубо говоря, вот ты можешь двигать, но он сам двигаться, ну, блять, но ноль энергии двигаться. Ну, то есть, типа, если я ему подам руку, то он не захочет, либо не сможет. И он не сможет, потому что, ну, грубо говоря, если ты его, типа, посадишь, он, типа, он будет сидеть, типа, если ты будешь его держать в сидячем положении. Но если ты его отпустишь, он, типа, обратно упадет, потому что, он, типа, ну, ноль энергии. Короче, окей, хорошо, тогда я, типа, говорю, типа, Нокса, хватай его за ноги, посадим к нам. Пускай отдышится. Вот. И, короче, ну, давай понесли вдвоем. Предлагаю понести вдвоем. А пока будем нести, я хочу, ну, более детально смотреть, ну, типа, какие-то царапины, может, у них какие-то предметы торчат, я там, блядь, не знаю, как это называется. Ну, какая-нибудь, ну, бля, как это, как их называется? Некрономикон какой-нибудь торчит. Ну, что-нибудь в таком духе. Я понял, да. ХЗ. Хорошо. ХЗ там и кисть скелета какая-нибудь. Несете деда к столу, правильно? Ну, к нашему, да. Угу. Несешь, Нокс? Ну, тут ладно. Дварф такие... Ну, я пока иду, я смотрю. Ты что же можешь? Да, могу. Внимательность или что? Не, что вы именно хотите смотреть? Вова хочет найти какую-то магическую хуйню, правильно или я понял? Ну да, оккультическую хуйню. Оккультическую? Не, я бы так... По карманам пошарится, типа, все там на месте у него. Хорошо, кидайте оба персепшн. Ладно, понял. Ну, все на месте, хуй есть. Блин, у меня есть второй, я могу подложить. Вот он охуенный. Ну, блять, ну, все, что ты, наверное, тогда описал, типа, свитки, маленькие книжечки, все, типа, больше на нем нихуя нету, в робе карманов нет. Но есть, они... А, то есть всё, то... но они есть, самое главное. Типа, да. Я что-то прослушал, походу. Ну, тогда же описываешь, типа, книжечки на поясе, две штуки, и такие, типа, свиточки на поясе, которые через плечо такие вот. А есть какой-нибудь херово закреплённый? Да, да. Я, короче, хочу принести, а потом его попробовать, возможно, типа... обокрай, попробовать. А я вот могу, типа, просто... А, не-не-не, пофиг. Ну, давай, смотри, мы его донесли уже, не? Да, пока его несете, это Эдуард такие... Такие... Ульрих, блядь, что случилось? Ах, пиздец! Так, ну, донесли. Ну, садим. Я сажусь тоже вот сюда. Я такой, типа, рассказываю, типа, что случилось. Пизда! Баррикадируйтесь, блядь! Что еще раз? Баррикадируйтесь. Баррикадируй? А. Вот его, типа,
Гавлан таки спрашивает. Блять, Ульрих, а где ты был? На кла! На кла? В смысле? Где? Наклал в штаны? Так, пацаны, кто там? Кидайте на, блядь, интеллект, чтобы понять, что хочет сказать Вечерикс. Если я РЛ достаточно умный, чтобы понять, что... Да, говорите. Очевидно, а, вот. Уебать. Ждем броска от Флоки. Флоки. У тебя плюс 5 интеллекта, ты что, ебанутый? Ну, вообще, у меня должно быть 19 интеллекта, но я договорился с мастером, поэтому у меня 20. Продал жопу мастеру за плюс 1, всё понятно. Да, 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 да. За 15. А мог за 15 шкур, блядь, да? Так у меня нету столько. Ну, грубо говоря, вот так вот, Челикс, колба. Ну ты понял. Ну, блядь, кла. Ну, блядь, кладбище, наверное, скорее всего. Ну, ты, может, скажешь всем это, нет? Я такой говорю, колба. Это, короче, ну хорошо, я такой тогда типа на. Он такой на кла. Это бище. Такой по кулаком по столу. Это кивая. Кивая, чуть кивая. Все-таки. Блять! Гаулан таки. Поддерживал этого, типа, Ульриха. Сейчас типа отпустил, Ульрих ебнулся, блять, головой о пол. Блять, мужики! Выставляем, блять, столы, перекрываем, блять, окна, двери. Ты спрашиваешь, типа, что за хуйня? Что происходит? Что это все значит? Вы будете помогать? Я не буду учитывать отрезанный хуй, нам надо каждая, блядь, на счету. Я говорю, ну, типа, ну, хорошо, я беру, типа, встаю, беру свой стул, вот, или лучше, лучше сразу стол. О, стол же свободен? Да. Все, я беру сразу стол, несу куда, ну, куда это, и спрашиваю, типа, что происходит. Я так понял, этот пидорас сходил на кладбище, блядь. И, скорее всего, не знаю, что, но сотворил какую-то хуйню. И теперь сюда будут идти нежить, блядь. Я говорю, типа, много у вас там, ну, типа, здоровое кладбище или нет? Ну, типа, оценить, сколько там потенциально может быть нежити. Блядь. Раньше там был курган. И там хоронили, если я правильно помню, после битвы при Норфолковских полях. Всех, кто там был, блядь. А там ну, это... Ну, до хера. Ну, 1000 наберется. Так, я понял. А у меня есть ночное зрение или нет? Кстати, просто вопрос. Sorry, у дварфов, да. Да, у дварфов же есть. Я, короче, хочу вот, ну, тогда... Ну, типа, мы что будем делать? Закрывать дверь, скорее всего, так? Я тогда подхожу, закрываю дверь, но я хочу, типа, выглянуть и посмотреть, вижу ли я там что-нибудь. Хорошо, выглядываешь. Глядишь. Пока что все тихо, спокойно. А там есть какой-нибудь на улице факел, какой-нибудь лампа. Фонарь, какой, да, сейчас... Ну, лампу есть, да-да-да, на улице. Горит он, да? Да. Горит очаг. Я такой, ну окей, ладно. Ну, короче, тогда я сейчас нарисую, что я забаррикадировал дверь и все. Ну, сейчас я уберу все. Все, я нарисовал небольшой. Угу. Блять, как же сложно их выделять. Это просто пиздец. Ты попробуй с этим. Типа стульями, блять. Некоторыми. Ладно, некоторыми столами. Я их удалю нахуй со столами, так?
И они там забаррикадировали. Так, Чикс. Так, ну-ка, мужики, чик-чик. Чикс. Ну, это тоже полностью нахуй удалить. Грубо говоря, у вас осталось вот три стола, которые можете разместить как укрытие. Куда вы будете ставить их? А можно нарисовать, где у нас эти... Окна? Это лестница на второй этаж, это лестница на второй этаж, правильно. Да. Можно же показать, где окна еще? Что-то? На лестнице оборону организовали. Так, окна будут вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Так, вот тут вот. Ну, в принципе, хватит окон. Я бы закрыл вот это, потому что оно близко к лестнице. Нет, в том плане, что, глядите, сейчас, draw shape. Тут у вас столами закрыта вот эта хуйня, ну, типа, все окна, типа, и вход закрыты столами. У вас, грубо говоря, осталось три свободных стола, которые можете поставить как укрытие для всякой хуйни. Ну я думаю, что, наверное, самый большой смысл это вот, вот это все-таки главную дверь. Ну, через дверь больше всего может зайти. Может, еще дополнительно ее укрепим? Что думаете, ребят? Кто у нас тут гений обороны? Ты видишь вообще размеры этой таверны, это же пиздец. Куда логичнее будет организовать оборону маленького места на лестнице, где их может быть максимум трое. Хорошо, давай. Короче, я так вот лично нашим говорю, они же все равно без яевы, без членов, сдохнут все, а мы на лестнице нормально защитимся. Без яевы. А, кстати, ворона моя принесет мне член, и я кровью себе боевую раскраску. С члена? Сделаю. Да. Страшно, очень страшно выглядит. Да. Так, кто у вас мастер по боевке будет? Давайте. Ну, получается, значит, Вадя. Мастер тактики. Ну, я свой план предложил. Ну, давайте, я согласен. Причем. Я на что это смотрю с высокомерием и даже не помогаю строить баррикады. Просто сижу и дальше ем свою руку. Дварф и Гавлан такие. Слушай, человек, ну ты не собираешься помогать. Я еще не доел свою руль. Ну ничего страшного, на том свете доешь. Два клобаху, ну и хуй с ним. И хочу забаррикадироваться на лестнице, короче, столом. Каким? Какой вот тот вот больше подойдет. Так. Прошу, остановись на лестнице. Так, один стол поставили. Куда? Вообще, я бы еще повыше его даже чуть-чуть. Ну, повыше? Хорошо. Блин. А сколько у нас в таверне вообще людей? Людей? Ну, барку людей. Сейчас. Сейчас посмотрим, так. Все. Из... банды из это бог и из банды из, там есть из банды так из банды Витмальда челиков три челика Витмальд плюс три так четыре плюс потом мужиков которые дрались на боевой хуйне да 14 плюс 14 плюс семья дварфов так плюс 9 дварфов.
Нихуя себе семейка. Ну, блять. Ну, у нас дворфов принято там. Да. Потом мужики, которые все сидели там в углу, занимались хуйней. Один мужик занимался хуйней сам собой, так. Грубо говоря, получается. Так, плюс этот, как его, дед Ульрих, но и он, типа, не будет нихуя делать пока что. И он заебался. Плюс один дед, грубо говоря, плюс один, в скобочках, минус один, да. И мужики, которые сидели за главным столом, жрали, так. И плюс 13 челиксонов. То есть, считаем. 5. Банкет. Блять. 5. 40. 40? 40 человек. Плюс вас трое. 43 челиксона. Откуда лезет нечисть, собственно? Так еще ниоткуда. Ну. И да, кстати, об этом. На втором этаже же должны быть окна тоже, да? На втором этаже? Да. Ну. Ну вот я на второй этаж к окнам подхожу и буду оттуда отстреливаться, пока они не подойдут. Ну, нежить обычно. Курган находится на юго-востоке, если я правильно помню, от таверны нашей. Поэтому... Вот как на той стороне подходит. Откуда оттуда будет? Предлагаю построить две линии обороны. Тут поставить милишников, тут поставить лучников. Когда будет пиздец, начать отступать на второй этаж. Ну, звучит разумно. Можно я заноншу? Я просто до этого не говорил, можно? Чтобы вас заранее предупредить. У меня же есть такая штука, называется инновация. Так. Вот, моя инновация — это потусторонняя защита. И? Это ты выебываешься, это? Вот такая. Если что. Короче, у меня сопротивление на негативный урон будет. И на урон от типа от зла, потому что я добрый. Блять, так база. Так я ж специально танка делал. Вот. И я, короче, типа, я хочу стоять, смотреть. Блять, вот. Сука, повернул стол, а теперь как его обратно двигать? Он уже, типа, вообще никак не видно, правильно? Ну, типа, я имею в виду, щелок нету. Тут вот тут. И вот тут не видно. Не, ну ёсть, конечно, блядь, щелк есть. Ну можно, я могу как. Ну, реально, чтобы я выглянул на улицу и посмотрел, ну, типа, я хочу увидеть, ну, типа, если кто, будет ли кто-то идти и, ну, кто, сколько, зачем. Ну, то есть, типа, по возможности. Сейчас, 5 секунд, я как-нибудь сделаю с мужиками. Так, мужик тут, а. Могу этого делать? Сука, вот мне да. Могу, я могу! Ебать, все, пацаны, погнали, блядь. Так, сколько я поставил? 5. Ну, типа, похуй, это, типа, будут мужики. Так. Ух ты, нихуя себе. Дварфы. Вот тут стоят, да, будут шмалять из арбалетов. Деда понесли сюда, блядь, положили. И бандосы тоже вот тут будут. Типа всех расстрелять не буду, похуй. Ты получаешь урон злом. Ну, да. И вы можете получить только если у вас доброе вооружение. Ну, типа, да, я добрый, я борюсь со злом, но вот, типа, да, и за счет этого я могу получить урон злом. Я так не знаю, типа. Охуеть. А что ты, говорю, охуеть, тут мне интересно. Ты говоришь, что это имба. Ну, 4 сопротивления. Ну. Ай, хуй с тобой, самый умный. Ну, выглядываешь в щелку, кидай на персепшн.
А я со второго этажа могу тоже смотреть? Конечно. Кидай на персепшн, но так как у тебя нету темного зрения, это будет с минус 2. Опа. Ну ты таки смотришь, блять, пока все тихо. А клобах таки глянутки. Блять, кто-то уже идут, уже видно силуэты. Такие, где, типа, медленно-медленно надвигаются, типа, пиздец. Так ощущение, что деревья двигаются. А я могу что-то рассмотреть, ну, типа, звуки какие-то услышать? О, я могу ухо приложить к двери? Ну, типа, сколько, вот, грубо говоря, сколько расстояние вот от того, от деревьев, да, вот, ну, до этого? Сколько расстояние? Ну, грубо, а так грубо. Кидай на интеллект. А, ну, крит-провал, надеюсь. Ну, расстояние, ну, дохуя, еще, типа, ну, метров, блядь, 300, нахуй. 300? Ну, типа, ладно, не 300, ну, метров 50 точно. То есть, они еще, к минимум, минуты 3 точно не подойдут. С такой скоростью, как движутся. Ну, по ощущениям, идут быстро или медленно? Идут медленно, ну, так, пиздец, типа, медленно. Как будто с места не двигаются, нихуя. Так, ладно. Чтобы ворона прилетела, я посмотрел, посчитал, сколько. Так, ворона вылетела. Я тогда возвращаюсь. Жду. Хорошо, сейчас 5 секунд. Так, сейчас я кое-что гляну. Сейчас, 5 секунд. О! А, так, где тут кинуть в скрытности, блядь? Весь перелот УГМ, так. Какое КД у вороны? Да я хуй его знаю, я даже не читал. Сейчас посмотрю. А сколько ХП у вороны, то по-другому скажу. 5 умножить на уровень. Ты чувствуешь, если ворона умирает? Ну, наверное, да. Ты чувствуешь, что ворона умирает? Так, призываю новую. Ну и она должна помнить, что случилось с прошлой, короче. В ЕЕ влетело, блядь, копье из темной энергии. Ясно, там маги. Нам пизда. Так. Лечу эту инфу вниз, короче, чтобы эти черти услышали. Флоки кидай на персепшн. Я, кстати, возвращаюсь назад, немножко подальше. Флёки? Артём, блядь. Артём! Кидай на персепшн! Персепшн? Да. Ну, ты слышишь, что тебе кричит твоя псевдо-мама. Степ-мам, так? Что она кричит? Подхожу. Что ты кричишь, Вадим? Что там маги? Маги? А у нас есть маги? Ну, у нас, вот я и Вадим. Дед? Но это и я дед, пытаюсь. Но дед такой себе. Дед пока лежит трупом. Надо отключать деда. Он это заварил. Ему и расхлёбывают. Убей ему пощёчину, чтобы очнулся. Кидай на Атлетикс. Сейчас. 19, ебатьки. Блять, тут у меня уход нету, ладно, пускай будет. Ну... Он такие, разлупляя в очи, такие, а! Что? Ангел! Короче, наложение рук на него используют. О! Он такие, типа, а! Бля! Ребята и богиня, ждите рассвета, ибо их там много.
Это ты их оживил? Случайно, да. Я хотел совершить таинство получения мертвой эссенции, но случайно разлил зелье на могилу Кургана. Случайно засовываю отрезанный хуй ему в рот. Кидай на, блядь, что там? Блядь, на попадание с кулака. Не блядь. Попал! Такие, да типа... пиздец, да нереально, он же дед, вообще не может двигаться. Что, ему сложно хуй в рот засунуть? Не попал. Пиздец. Ты такая вот пыталась задвинуть хуй, так хотел, блядь, в руке хорошо лежит, пиздец, может себя оставить. Я себе оставлю, кстати. Типа, ну... Ну что же. О, не скипнул? Предлагаю скинуть его со второго этажа, чтобы его сожрали первое. А, скипнул. У кого есть дальнобойное оружие? Ну, у меня есть метательные кинжалы. Ну, я ко всем обращаюсь. Кто с дальнобойным оружием? Становитесь на второй ряд. Кто с оружием ближнего боя и щитами, пускай организует защиту первой линии. Выставляем вот здесь вот столы по периметру. Слушайте, в случае прорыва начинаем отступать на второй этаж. Начинают ломиться уже, пацаны. Что-то не... Они так хуя, так... Бьют, блядь, в окна. Ну, окна, типа, трескаются, блядь. Не мачем треснуть, ладно, похуй. Бьются в двери, блядь. Кто там? Кто там? Дома нет никого, уходите. Нет никого дома. Все таки напряглись, блядь. Ну-с, ребята, до рассвета целая ночь. Если выживем, за мой счет всем пиво. Надеюсь, будем жить. Будем жить. Хуяк, и так вот сюда вот разлетаются, так вот, вот нежить. И выламывая что-то изнутри, блядь. Она так падает, вываливается, и сюда нахуй выскакивая. Гигантские такие вот зомбяра, блядь. Тут вот мужики выламывают окна. И тут вот выломал окно. Там еще... Чтобы посмотреть на его руки, в форме чего его руки? Вот. В форме чего? Ну, как его... У него есть руки? Есть. И ну, что он ими делает? Машет, или они опущены, или не с оружием? Сейчас отчекну, сейчас 5 секунд, я подожду, если его оружие. Вроде не мафи, блядь. Не, его, грубо говоря, такие массивные такие кулаки, сам такие массивные. Это мах, ебашим мага, главного, надо убить. Сейчас, пацаны, кидаем инициативу, прошу. Инициатива нас. Пока это нахуй не надо, тогда сразу 20. А, ну и так что на выскакивало, ладно, похуй. Так. Инициатива. Так, бандосы. Инициатива. Так, и теперь десцендинг. Кого там 27 выкатилось? Ебать! Нокса, прошу! Так как выпал крит, ходишь дважды.
А расстояние здесь, ну, в реальном размере, но все-таки чуть поменьше. Если ты стоишь на лестнице, то так как есть, так и есть. Хуёво. Я ничего не делаю. Подготавливаю действия, чтобы стрелять, когда кто-то подойдет. Так, ничего не делаем, хорошо. Два хода? А хули мне делать, да? Два хода. Хорошо. Флоки, сын Вильгерда, прошу, ваш ход. Я, короче, из тяжелого арбалета стреляю в большую ебаку. Прошу. Оу, крит, ебать, ты видишь, как это прям вошло целиком, болт вошел нахуй в плоть мертвую, кидай, крит дэмэдж. 22, ебать, охуеть, нормальная хуйня. Так, это сколько? Один выстрел, так. Один выстрел. Угу. Ну и все, и получается, оставшиеся два действия я перезаряжаю... тяжелый арбалет. Угу. Он же, ну, через два действия перезаряжает. Аклбах, прошу. Ох, так. Так. Ух, жара. Блин, а я, кстати, вот просто... Я не хочу лезть на рожон. Короче, я могу попробовать, знаешь, что сделать? Я хочу, короче, осмотреть их. И сможет быть вспомнить, ну, типа, я же борец со злом, правильно? Угу. Я хочу, короче, вспомнить какие-нибудь слабости их. О, хорош, кидай. А что надо кидать, напомню? У тебя есть знание нежити какое-нибудь? Не-не-не-не-не-не. Я лорно такой, а так чисто нет. Ну тогда. У тебя есть какие-то обилки на эту хуйню, блядь? Так? Бляха, не, наверное. А, стоп, подожди, а там... Может... Ну, я могу, типа, так оккультизм кинуть, а так я чисто просто, типа... Ремесленник. Ну, кидай оккультизм. Тебе надо от... Блять, а, нет, ты не кинул. Так, тебе надо от, сейчас скажу, чтобы найти слабость вот и этой большой хуйни, и этих маленьких, от двадцатки, от 15 узнаешь слабость маленьких. Ебать. Сейчас скажу. 5 сек. И зомби такой. Так, сейчас, 5 секунд, 5 секунд. Ну. Они уязвимы к рубящему урону, так, и к позитивной энергии. Так. Я, короче, тогда это кричу всем, что типа, если у кого-то есть именно рубящее оружие, то вот надо типа атаковать их. Все таки, да. Хоть слава богу, что у нас топоры. Вот, да. А я вот, кстати, видел, что Моргенштерн, который у меня, он, по-моему, универсальный. Там вроде или колющий, или дробящий. Дробящий, да. Ладно, я тогда, короче, буду... я хочу подготовить действие. Какое? У меня то, что вот это только что осматривал, это... Это как одно. Это было одно действие, да? Да. Ну тогда, короче, я пока что подготавливаю действие, если вот кто-то захочет... пробраться вот сюда, то я его сразу, я типа буду готовить держать. Тут, если что, тут я не всех пацанов расставил в том плане, чтоб держали в голове, тут не все мужики, тут сколько тут, ну не 40 точно я расставил, поэтому чтобы понимали. Ну хорошо, ну я, короче, буду вот, ну, просто буду стоять и ждать что-то сильно далеко, и все, и скину. Угу. Так, ну, ходя этот молодой человек, так. Зомби. Так, сколько он перемещается? 20. Угу. А, блять.
Понял, хорошо. Так, смотрим. Блять, сюда. И сюда. Хорошо, перемещается вот сюда, вот, блять. А, не, подожди, на, подходя к столу этому. Отламывая кусок стола и кидая вас нахуй. Типа в толпу вас. Да? Так. Уебать! Пацаны, тут вот 5 челиксонов попало и зацепило Акабаха. Так. Нихера. Демедж разделится, грубо говоря, на 3. Каждый получит тройные, ну типа 1/3 демеджа. Но типа на 5 целей сразу. 10 демеджа, Акабах, прошу, ловите, бля. Нихуя себе! Там вот этот стол аж в щепки разлетелся, блядь, к хуям. Так. Теперь ходят пацаны Витмальда. Они такие типа, блядь, что за хуйня? Начинают стрелять в этих, блядь, в этих пацанов. Типа, большого гигантского челиксона. Так, где мои бандиты? Я так размахивать пращи, такой. Погнали шутать. Раз, два, три, четыре. А, блять, сколько там? А, раз, попало, минус 5. Critical damage. Минус. Минус 5. Минус 16. Вы видите, как его влетает, типа, ну, очень жестко. Типа, пацаны ему оторвали куски плоти, блядь, от тела, блядь. Сзади дварфы, которые стоят, они с арбалетом хуярят. Сейчас поглядим, сколько из их, типа, сколько их там, я говорил? 9 штук, правильно? Сейчас, где тут ролл 1d9? Ролл 1d9. Один, один. Сколько из них попадеть? 7 дварфов попало, они тупо убили вот эту хуйню ебаку гигантскую. Наспеговали болтами, блядь. Вот остальные мужики, они так вот попоставали сюда. Кто-то встал, вот, подошел типа сюда вот так вот, да, чтобы типа задержать вот эту хуйню. Чтобы больше защиту иметь. Стали вот так вот потом, чик-чик-чик. Мёг-то вот так, грубо говоря, расстали. Теперь ходят зомбари. Так, это я тогда уберу. Ходят зомбари. Так, где там копи? Пуп-пуп-пуп-пуру-пуп. Так, тут вот разбили, уже начали лезть. Тут вот уже лезут, блядь. Нихуя себе. Блядь. А ты что, ебаку уже ёбнули? Ебаку уже ёбнули? Да, да. Уже разрешили. Зал. Пока остальное вот держат, как-то вот так вот. И через главные двери, так как их уже разъебашили побольше, сейчас я немножко... Уже проход расширили. Блять, сейчас. Уже проход... Разбили двери. Блять, это что-то это отдаленно напоминает мне войну с крысами. Уже залетел... Ну там просто было поменьше. Уже залетела эта хуйня. И убачи, залетает еще один зомби-громила. Двое. Ну, два. Нокса, прошу, ваш ход. Да ничего не делаю. Все так же подготавливаю.
Хорошо, Флоки. Я говорю к этому деду, обращаюсь. Дед, кого вы там хоронили? Что такие огромные зомбаки приходят? Раньше на той битве эльфийские падаль сооружала биоголемов. Таких вот больших мясных конструктов выращивала очень тяжко. Было с ними драться. Стреляю в голема этого, опять из арбалета. Не понял. Болт влетел в стену. Ну все, перезаряжаюсь. А кабах пришел. Короче. Ой, бляха. Ну, короче, я хер знает. Сейчас я посчитаю расстояние. Так. Это 20 футов у меня раз, 20 футов у меня два. Ну, я, короче, подхожу вот сюда, грубо говоря. Так. И просто, короче, я вот так тоже стану, чтобы прикрыться. Сука, так. Крысич. Вот. И все, и потом... стоп. Все, у меня нет этого фейтболта. Все, не будет. Тогда следующий скип. Блять, где тут стол? Подождите, я удалю стол, нахуй. Почему не вырубят стол, блять? Как тяжко жить, когда не можешь выбрать стол, блять, охуеть. Пацаны, ну что за хуйня? Выбирается все, кроме стола. 5 секунд. Я удалю этот стол, потому что его тут уже нету. Уже. Ты можешь просто. Блять, а что за хуйня? Вы рофлите, блядь? 5 сек. Да ёбаный шашлык, 5 сек. Почему? Что? Я же его не перенёс на карту, блядь. Я ж... Ладно, похуй. Ау! Всё, удалю, всё. Так. Стоп, я удалил, поэтому... Этот чёрный, они будут... ходить после зомбаков. Так, бандосы такие, блять, пиздец. Так, начинают снова кидать пращи. Смотрим, что там, что там попадание. Раз, два, три, четыре. Раз, два, ну, минус, девять. Мы стали хуярить по большим, потом переднему большому. Сейчас это большое надвигается, так. Сколько там, говорит, 25? Правильно? Правильно. Раз, блять, хуйня. О! Уже лучше, правильно? Ну, они хотя бы подошли. А, это... А сколько вот... у них скоро? 25. И ты подошел сюда. А, нет, это даже... А, ладно, подошел. Взял зомбаря, вот это. И кидает... Туда не докинет. Кидает вот сюда вот, нахуй. Сейчас, ну-ка. Атлетикс. 17. Ну, зомбаря забросил, но пацаны расступились, типа, по им не попало ничего. Зомбарь, получая... Видите, как зомбарь такой-то искорёжил, пиздец. Он еще типа, живей, но... Точно получил хороший дэмэдж. Теперь остальные зомби. Так. Какая там их скорость, во-первых? А, у них тоже такая. Пойдет. Тут сколько будет? Блять. Ладно, я понял. Ну просто туда подходит. Так, ну тут мужиков окружили, блядь.
Охуеть. И вот тут и пробили мужики. Щенцы сверху. Там еще держится. Там тебя двое, он еще пока что держит, но тоже долго не продержится, пацаны. Ну как-то так. И теперь они хуярят у этих двух кентов. Сейчас полежу, сколько там их попадания. Угу, ну что, погнали. Ну, мужики задефались, они прикрылись, типа, стуликами, типа, которые были. И пока что по им не попало нихуя. Они такие, типа, фу, блядь, слава богу, нахуй. Нокса, прошу, ваш ход. Зомби очень дохуя. Угу. Поэтому в пизду вот эти вот пытаться попасть в кого-то, просто швыряем нахуй в рандомные места, потому что я по дальности ни в кого не достаю. И надеюсь, что хоть в кого-то попадет. Так ты в разе просто с минус 2 будешь. Или подойди просто чуть-чуть. Нихуя, это так не работает со спилами, что минус 2. Поэтому я не знаю, я просто кидаю толпу и все, блин. Мало ли в кого-то попадет. Ну, я имею в виду, что, по-моему, если не ошибаюсь, в Pathfinder, если ты не точно кидаешь, то у тебя штраф 2. У оружия, да, есть такой. Да, я вроде не знаю. Броска, я думаю, тоже. Короче, похуй, в толпу. В толпу, ну... Так этих дохуя, ну ты реально кого-то за дверь попал, так что чувствуешь, как что-то так ударилось, блядь, у кого-то зомбаря, который стоял где-то, хотел, наверное, сюда куда-то, а попал куда-то сюда, блядь. Флотский. Прошу. В эту ебаку стреляю из арбалета. Угу. Такс, 12, вижу. И перезаряжаю. Угу. Дварф Аклабах, прошу. Я, короче... Так, я что хочу потестить? Наконец-то. Во-первых, начнем с того, что наконец-то. Правильно? Наконец-то? Да, наконец-то могу кого-то это. Короче... Что я делаю? Я делаю вот так вот, да, я взрываюсь там. А, стоп, и вот так вот делаю. Я начинаю, блядь, я, короче, перегружаю текста. Ну, короче, ну, а, там, наверное, ну, блин, тут, сори, тут нельзя просто, там надо как способности, как вот Вадим сделал, разнести на разные эти. Короче, я перегружаюсь. Так, так. Мне нужно сделать проверку, сейчас, одну секунду, я въебал, я не посмотрел... сложность какая у меня будет. Перегрузка, вордью, блица КС по уровню. Мне нужна проверку со сложностью. Раз там по уровню написано, значит 16. Угу. Так, если что, могу ссылку скинуть. Так. Ремесло, правильно? Кидай. Да, ремесло кидаю. Если у меня получится, то я перегружусь. Перезагружусь, как Пашин роутер. И компьютер тоже. А, да, да, да. Блять, провал. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Но, да, и в этом хорошо. Тогда я просто вот по той зомбе, что подошла, делаю раз атаку и два атаку. Понятно. Вау, попал! Первый попал? Первый попал. Охуеть. О, нормально. Тимеру. Моргенштерн так вот поцарапал плоть, оторвал кусок плоти, так вот, смачно, блядь. Так, бандосы захуярили вдвоём с мужиками вот этого зомбаря, так? Это вот подошли хуярить вот этих трёх. Витмольд такие, опа, отошёл сюда. И стал стрелять в... большого, большую ебаку. Сейчас, где-то мое
спрощи, так хуяк. Но, к сожалению, попал. Блять, минус 6. Оторвало кусок щеки прямо этому Челиксону. Дварфы такие перезарядили арбалет. Они такие типа хуяк. И два выстрела делают. Они, грубо говоря, заебашивают вместе с остальными челиксонами. Так, вот этого, вот этого, вот этого. Помогают пацанам уебашивать вот этого, вот этого, вот этого. И наносят 40. И наносят еще, сейчас, 18 дэмэджа гигантской ебаки. Мужики, которые стоят сблизи, они начинают с топоров хуярить. Так как мы чули, что топоры носят эффективней, начинают хуярить. Так как их там, грубо говоря, осталось на том месте где-то 15 штук. Так. То есть 15 попадет. Ролл. Ролл. 1d15. 3 челиксона попало только. Ну это плюс 5, ну это плюс там 15 урона. Стоп. Нет, топоры побольше там ему будут наносить. То есть, грубо говоря, гигантскую эту ебаку они тоже отпиздили. Такс. И захуярили недобитка, которого бил Вова. Потом тут вот пацаны запиздили вот тут вот зомбарей. Несколько штук. Ну и все. Ходят зомбари. Это гигантский. Беречь в руку вот этого зомби. Подходим. Сюда. Тут зомби в руке. И кидая этого зомбаря прямо в толпу челиксонов. У кого... Если попадет... Вот, грубо говоря, вот такая хуйня. Если сейчас... пробивая самого высокого, попадая в самого высокого. Если нет, ниже, ниже, ниже. Вот так вот. Поняли? Так, кидаем. Сложно. Атлетикс. 24. Попал по всем, правильно? Пацаны. Вадим, Артём. Да. Как говоря, зомбарь у вас ударился. И вместе с вами, так как и вы тоже, сейчас получаете сколько? Ну-ка. 9 дэмэджа. И вы, и он. И Артём, и Вадим, и вот этот вот бандос, который к вам подбежал. И дед этот. Дед такой, блядь! А, не так. Блядь! Ну так. Так, и передвигаю толпу зомбарей. Шик. Ясно. Пистос. Шик. Копи. И закон еще и вылезает, несколько штук. Так, ход Ноксы. Деды, ты, которые лежите, говоря, блять, тут их что-то манит, что-то гонит сюда, нужно убить эту хуйню. Ну что? Наверняка я. Короче, кастую на... Блин, вопрос, на себя или не на себя? Сколько КД, Артём? Я 17. 18. 17. Бля. Короче, тебе надо один КД? Ну я не знаю, как они атакуют, они же, блядь, вон, просто толчок. Ну тогда хуй с ним. Швыряю в этого зомбаря ближайшего. Он еще жив? А что ты швыряешь? Бля, тут что, мало обломков? Ну, а хорошо. Что угодно. Кидай крит дэмэдж. Ролл крит дэмэдж.
ну, кусок оторвал от зомбаря, и он таки хуяк, и на две части так вот разлетелся, блядь. Одна часть улетела сюда, вторая часть разлетела, типа, упала в этого Витмульда, так въебала. И он таки, типа, блядь, детка, ну что ты так, не жалеешь? Хуй, блядь, отрубила, так еще хочешь, блядь, ебало решить? И свободным действием кричу это погромче, чтобы все мужики смыкались поближе. Сюда. Угу. Флоки, ваш ход. Мой ход. Да. Ну, первым действием я хочу размозжить голову этому, который стоит передо мной. А, его уже нету? Да, я хожу крит-демиджем разъебала Бикс, твоя степ-маза. А, ну тогда по классике стреляю в этого ебака. Угу. Болт так смачно влетает прямо в плечо. Но уже, но вошло наполовину, не так как раньше тогда, с первого выстрела, а только наполовину пошло. Перезаряжаю. А клобах, прошу. Так, ну короче, сначала мы снова делаем вот это. Так. Это 16 надо выкинуть на крафте. Да. Так. О, хорошо. Успех. Так. Успех. Успех означает что? Половину своего интеллекта в большую или меньшую сторону? Управляем. Обычно в меньшую. Ну вот. Типа, в меньшую, типа, да, но обычно игрокам округляются в большую. Хорошо. А, блин, это зомбя отошла? Да? Да. Ну вот, ну тогда я что, ну вот так могу ставить? Да, я не накладываю. Да, с челиками просто немножко накладываю и все. Ну и тогда что я буду делать? Вот так вот. Два цаха плюс три сверху. Ну, крит дэмэдж, погнали. А, крит? Да, да. Ну... 23. Тупо с одной пиздюлины так вот хуяк блять Моргенштерном выбил нахуй, как вот бейсбольной битой выбил нахуй торс, а тупо руки так вот остались с ногами на месте, с головой, ну так хуяк попадали вот так на землю. У меня короче типа знаете этот типа булава так как будто нагрелась. Ну, mm-hmm. типа, такая вот, как накалили, и я вот такой, типа, вот, я вот так себе перегрузка вижу головы. Вот, все. У меня это... Так, это Витмальд подходит сюда и говорит. Гош, красотка, отдай мой хуй! А он должен был сдохнуть, мне кажется, от кровотечения уже давным-давно. Да ему там прижгли, блядь. Что, Вадим? Алло, Вадим? Вадима больше нет. Все. Его съели зомбаки. А, Вадим ушел в минус, хорошо. Я такой... Да, блядь, залагал, ёбаный, я сказал, стреляй, не отдам. А, я такой, ну-с, как хочешь, и так берёт, что там, сейчас скажу, стоп, 5 секунд. Топориком, типа, по грудям твоим начинаю хуярить. Охуеть, не, я б не простил. Типа удар, типа ударил топориком, но въебался в что там. Артём, тебе... Просто грудь настолько упругая, что, короче, отскочила. Заскочила, да. Не-не-не, топор, типа, застрял между грудей, я типа, блядь, и, ну, типа, зажала грудями, типа. Я такой, типа, как? Алло? Вадим? А, можно не в свой фото что-то делать? Ну, ты как спросил, типа, как? Ну, я, короче, ничего не отвечаю, просто ему спартанского удара с ноги, чтобы он вылетел за пределы стола.
А, нет, так, я может... думаю, что типа что ты ответишь. Ну не пошел нахуй, зачем мне с ним разговаривать? Ладно. Да, он такие типа. Блять. А, сука. Я тут не добавил кулака. Хорошо, тогда пытается вырвать топор из между грудей. 16. Прошу. Подбросок. Что там? Блять, как ты хуйня назад? Фортитюда, фортитюда. Понял. Вот такая типа. Я как будто присосалась к грудям, так вот. Блять, как вакуумные груди, блять. Он такой, блядь, жалко, вот эта женщина, блядь. Там остальные бандиты пока хуярят зомбарей, там вот это челиксоны пытаются держать, что сверху. Варфы подошли поближе, так вот сюда вообще к столу, так вот хуяк. Хуяк. Так, это подошли чуть-чуть вот поближе. Это... Трохну сюда вот. Блять, это перетаскивают зомбаком их нахуй. Вот так вот сюда поближе. Этот поближе. Вот тут у мужики что держали, отбежали нахуй вот сюда вот, блядь, стали. И вот это что держали, там убили одного зомбаря и отошли, стали вот так вот. Троху приближали. Вот зомбаку, блядь. Это становится сюда. Ебать. Блять, сейчас отлагаю, сейчас 5 секунд. О, нормально. Так, и подвигаю чуть ближе зомбаков. Блять, тебя сейчас со столом. Сука. Вот так вот. Так, этот гигантский зомбарь ебаша по аклабаху. Так. Один удар просто. Просто один удар. Аклабах. Был крит, нет? Да. Нет, хорошо. А, не, у него 19 же. 19. Ну, тогда... Вова, ты тут-то? Ну, конечно. Минус 16 урона. Минус 16 хпхи. Прошу. Охуеть. Так, я заканчиваюсь. Нокса, прошу, ваш ход. Так, ну ладно, раз уже он со мной разговаривал. Хочешь свой хуй, тогда забери. И швыряю его... Ой, блядь. Ой, я вышел из этого. Сейчас вернусь. Короче, хочу попасть специально хоть к какому-нибудь зомби в рот. Кидаем. Да сейчас я лист открою. Нет, Паш, я сам не могу. А, да, да, я его убрал. А, нет, или подожди. В какого хочешь попасть? В большого, который ударил только что аквабат. Сейчас я полежу. Рот критикал дэмэдж, прошу. А, нормально. Хуй влетел прям в глазницу, типа вошел прям в глазницу, блядь, и там остался. Он такой, нет, мой хуй! И у меня еще есть одно действие, да. Хочу вытолкнуть его нахуй из-за стола. Что кидать? Кидаем на Атлетикс. Блин, пока не Атлетик. Только Атлетикс. Не смог. Он типа, ты под ногой пытался атакуть, он типа схватил твою ногу, блядь. Флоки, прошу, твой ход. Выкинь его нахуй отсюда, Флоки.
Артём? Артём? Я. Я. Ваш ход, прошу. Ну, стреляю в большую ебаку болтом, как обычно. А ты не будешь нихуя делать, потому что, ну, типа, степ-мазер твою ногу задержал ты, мужик. Какой? Ну, вот этот вот. Она, типа, пыталась его столкнуть сюда, нахуй, а он, типа, схватил ее за ногу. Кого, ее? Да-да-да, ее. Похуй. Понял, хорошо, прошу. Ой! Ну, стрелял с болта. Сначала зацепился, потому что тут произошла месиво и въебашил сюда, ну, в этого вот мужика, так? 7 урона он получил и типа отпустил ногу. Ну все, перезаряжаюсь. Блядь! Флоки, я думал, что ты нормальный мужик! Батя мой был нормальный мужик. А ты? А я, как видишь, нет. А Колбах, прошу, ваш ход. Так, я хочу вспомнить, могу... Ладно, короче, пой. Я же лечиться не могу. Просто так, правильно? А, подожди, взрыв лечения, блядь, ты убрал? Ну да, я его на другую херню поменял. Хорошо, зря. Ладно. Зря. Ну похер, я может быть и помру. Так. Ну, хотя же с таким дамагом меня 1 до 10 на единицу брошенный не спасет. Короче, первым действием я отхожу сюда. Отошел. Так, вторым действием я использую вот это вот. Тут даже, в принципе, написано, что он... Так, снял. Да, я его, короче, типа, снял. Вот. А зачем? А вот снял. Я его могу вот сюда кинуть? Конечно. Докину? Ну, я его кидаю туда. Так. Так. Еще одно действие. Я его кидаю и вот так вот делаю. Окей, там сложность с подброска. Наверное, в листе написано? Нет, там написано. Ну, просто крит простой. Успех, кидай 4d6 урона. Да. Блять. Ну вот я бы. Если что, это сделал вот, ну, типа вот сюда кидал, получается, вот дело должно вот эти. Ну, сейчас. Тут не только их задело, тут сейчас я помечу. Еще мой челика, наверное, задел. Сейчас, где тут мне найти какую-нибудь хуйню? Токен какой-нибудь вот хороший. О, вот этот вот пойдет, отличный токен. Так, это будет центр. Что это, господи? Это центр, это типа огонь. Ну не, я понял. А, это куб горящий. Все, заебись. Да. Так, красная, сквер. Радиус и ком? Какие радиус? 5 футов. Да. Там написано эманация. Что такое эманация? Там просто не квадрат. А, ну в том плане, что ты можешь выбрать именно, чтобы лететь, чтобы было связные кубики. Грубо говоря, 5 штук, типа связанных между собой кубиков ты можешь выбрать. Что типа вот так ты можешь выбрать, или ты можешь выбрать вот так вот дэмэдж. Просто имею 5 футов эманация, это... Или сейчас, подожди, тут уже ж у меня было конусы, вся эта вот хуйня. Ну просто типа... А, короче, типа... А, ну так вот, эманация, ну типа, смотри, так вот эта вот хуйня, все. А, фу, это вот что угодно из этого? Вот, нет, эманашен, видишь сверху там? А, все, так и стоп, это просто квадрат. Квадрат, да. Все, тогда окей. Ну ты видишь, как это зомби такие, типа, хуяк, начинают, типа, плоть их плавиться. Удалю, блядь.
А тут вот таверна горить. Мужики, которые ходят после себе, начинают такие типа, блядь. А, кстати, еще можно сюда? Одну секунду я сделаю? Мне нужно совершить проверку, чистую поверку. Если у меня будет больше 17 и больше, то мой доспех остался в нормальном состоянии. Нет. Нет. Все. Сколько теперь тебе КД? Десятка, наверное. Десятка, да. Ну, плюс, у меня база. Плюс модификатор ловкости. 11. Ну, это 4 мужика стали топорами херачить гигантскую ебаку. Ну, гигантскую ебаку не заебашили. Вот это вот 3 такие хуяк отошли сюда, что-то там стало потно. Ну, троху тут челиксонов постреляли, конечно. Стало же меньше их значительно. И тут вот ближайших тоже поебашили. И... Так. А, стоп. Теперь, блядь, я удалил, блядь, сейчас. Доставить токен хоть одного зомбаря, чтобы я знал, когда они ходят. Это тёрн. Так, после бандитов. Всё. Теперь ходят зомбари. Я не тупо что? Короче, наперед, блядь. Шикс. Шикс. О, блядь, не так. Шикс. И сейчас я кое-что гляну, если у этой хуйни что-то такое. О, а какая дистанция? А, касание, блять, ладно. Такс. Вот тут вы замечаете, как стена эта деревянная так вот разлагается на такие треугольный проем, и оттуда выходят такие вот зомбяра с таким, блять, каким-то посохом нахуй. И он такой: да, вас озарит смерть. Прошу. Кто там ходит следующий? Нокса, прошу, уходите. А тут есть факелы в таверне? Желательно поблизости. На потолке есть масляные такие лампы. Я думаю, что неплохая идея устроить такой небольшой контролируемый пожар. Как вы думаете? Ну или коротко, я просто к хуям подожгу таверну и будем смотреть, что из этого выйдет. Ну, пацаны, я как раз идею. Раз им похуй. Потому что... Буду их упрашивать, что ли. Так. А как эти, они на какой-то на люстре или на что? Есть, которая на люстре. Они висят. Сейчас я помечу точки. Map and Bunhouse. Freehand. Так. Точки. Это будут точки вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Разумеется, вот тут. Разумеется, вот тут. Это которые висят. А еще настенные. Настенные они вот тут.
Вот тут, а. А, надо их обводить, лучше кружки ставить, чтобы типа настенная. Так, кружки тут, а кружки тут, а. Кружки тут, а. Кружки тут, а. Ну и кружок тут, а, который видно. Ну, как-то так. Как-то так. Ладно, тогда я, ну, громко кричу свободным действием, что чтобы по одному забирались потихоньку наверх, я устрою пожар. Все, я предупредил. Угу. И до того, как я это сделаю, я какой-нибудь деревяшкой или каким-нибудь ёбаный в рот. Ну, в кого ты хотел? Я хотел пчелы, которая рядом со мной стоит. А рядом с тобой? В зомби, возможно, поможет, попадёшь. Но рядом с тобой ты не попал, не, нихуя. Прошу. Но у меня ещё одно действие. А, подожди, так у тебя же два действия тратят бросок практически. Бросок два? Да. А, ещё одно, угу. И... Ну, я ослепляю этого долбоёба, который рядом стоит. Так, Saints Row 14. Так, ну-ка! Что там, боли? Погнали? Да блять! Я такой типа нет! Ослеп навсегда, блять. Уже никогда больше не увидит света. Где тут. Как и своего члена, правильно? Ну, блять. Сейчас, а где тут такая вот хорошая вот хуйня, что типа. Ну это вот мне нравится. А, вот, блять! Отлично, отлично, хороший значок. Ослеп, forever ослеп. Флоки, сын Вильгарда, прошу. Артём? Да. Прошу. Ебать, а чё так дохуя тут ебакает? Что произошло? Ну, переместились ебаки просто. И пришёл... А это что такое? Это, блять, Артём, ты что там танки гулять, блядь, заебал? Не играю, я просто отходил. А, тут взорвался доспех, а колбаха что-то кинул. Тут теперь все горит. Тут зомби-заклинатель пришел через стену. Вот это зомби-заклинатель. Да. Стреляю в него. Так. Уебай. Попал. Хорош. Попал. Сколько ты выкинул? А, блять, ладно. 12? Оказывается, 12. Ну, перезаряжаюсь. Так, Аклабах, прошу, ваш ход. Так, я... Так, а вот это, стоп, я немножко это... Вот это пламя какое-то, или как? Вот это? А, кружки — это факела на стенах масляные. Кресты — это масляные факела, ну, типа масляные лампы на потолку на цепях. Хорошо, я тогда как делал? Я делаю сюда атаку и перехожу, да, ну вон туда, короче, ну понятно, вот так и вот так. Или не так не получится, наверное, ну вот так я смогу протиснуться тут, нет? Вот так и вот так, допустим. Ну, типа я потрачу... Просто гляди, этот стол что... стоит не так, как, типа, не так, как обычно, типа, да, а типа крышкой... Крышкой вот сюда. Ну, на боку. Да. Вы говорят, ты потратишь все свои действия, чтобы туда перелезть, ну, вот сюда, получается, куда-нибудь. Давай. Ты не заебал, ты же умрёшь. Нет, так подожди, я могу сделать можешь. Вот здесь раз, атаку, смотри, я делаю первый ход раз, так. Атаку, и вот отсюда я максимум на куда, то есть я могу вот сюда где-нибудь? Отсюда максимум до сюда. До сюда. Ну хорошо, давай так сделаем. Давай. Так, я все еще перегружен, если что, напоминаю, там на минуту. Так. 9 уроков. И добавление сверху тройки. Курона? Да, ну потому что я этот минус перегружен. 12. Хорош, так. Все. И ухожу сюда, закат. Так, бандосы.
Ну, и они стреляют этих зомбарей. Так, потом убиваем зомбарей. Чик-чик-чик. Переставляем вот этих кентов. Так, переставляем раз. Два кента, и они стали сюда. Так. Так, пожарить устоите, это вот чел сдох нахуй. Блять, а почему не могу его удалить? Потому что хуй знает, теперь удалил. Так, и сколько тут дварфы стреляют в жирнича, попадают. Вернее, достают. Так. И у них, сколько там, я говорил, 9. Ролл 1d9. Ролл, блядь. Ролл 1d9. Все 9 попали, заебашили, блядь, вот этого вот мужика. Такс. И, как ты его, блядь, называл? Блядь. Да. Ну помните-ка, як-то мужика безхуйного звали. Мы его не звали. На Бека. Он сам пришел. Он сам пришел, да. Ну это я помню. Биби что-то, Вильден, Вильген. Блять. Ну ладно, похуй. Это мужик, короче, бесчленный челик. Слепой. Он такой переваливается через этот стол. И падая на Аклабаха. Теперь они вместе с Аклабахом, грубо говоря, пронт. Минус 2 каждый имея. Так, теперь хочет зомби. Вот этот вот челик. Сейчас посмотрим, какие его есть. Спелы. Вот что это делает? Вот. Вот там, блядь! Не знаю, что это, пацаны, вот я не знаю, что это. Сейчас посмотрим, на какое расстояние эту хуйню можно дать. Ах, отлично. Что это? Давайте почитаем. Давайте почитаем. Ху, ебать. Охуеть. Ну, короче, блять. Так, стойте. Давайте я скопирую. Ctrl-C, Ctrl-V. 20-футовый взрыв, то есть 20-футовый минимум, да? Хорошо, что я не успел. 15, хорошо поставлю. И tint color такой вот, вот такой вот, блядь. Охуеть! Все пацаны кидайте 21, этой fortitude. Меньше 21. 21, а чё у него такой большой этот? А сколько у него? Сколько у него модификатор колдовства? Ебать, Флоки живой, блядь! Ну я мертв, походу. О, да. Так, Нокса получает 8 урона, так? А Клопах, прошу, кидайте, блядь. Со сбросок. Так подожди, я попал! Ты смотри о, радиус, блядь, алё, чел. Я всё, короче, я стоп не... А, стоп. Я понял всё, подожди, стоп. А, так ты... Во, я просто... Да, во, да, ты да, меня да. Прикрыл, так я увидел, что я стою. А, я поехал кофе на стрёху просто, ты ж видишь. Всё, я просто не увидел. Прошу. Чел. Хорош. Но как... Интересно, интересно просто. Так, у него две этой фигню. Сейчас посмотрю, быть может там еще есть. За один экшен что-нибудь. О, есть за один экшен, ебать! Так. Так, одиночное заклинание. А, блядь! Ладно, это цель касания, хорошо. А, нет, так нормально. И он берет, короче, за одно действие, да, используя нанесение ран на мужика, стоящего вот тут во. Сколько saving throw этой хуйни? Так, 21. Где тут мои?
отсюда, правильно я сказал? Так, и его выпало, блять, 11 выпало, охуеть. То есть ролим еще крит и дэмэдж. Ну, короче, чела убило нанесением ран. Его тупо так, как будто сотни мечей, блять, порезало, и он сдох. Так, теперь подходят остальные зомбаки. Блять, да ебаный рот, как я выделил. О, почти идеально, почти идеально поставил. А пламя не расходится, кстати? А, пока что нет. Вон. Так, подошли. С дверями. Ебать. Ну охуеть. Ну вот так вот сделаем. И стали хуярить мужиков. Так. Несколько так проведу. Ну, не попали. Слава богу, они типа нормально дефаются. Нокса, прошу, ваш ход. Ну так, ща линейку достали. Радиус 10 футов, это значит квадрат 4 клетки, правильно? Это значит, да, вот такая вот хуйня. Это же кружочек. Это вот такая. Ну да, 4 хуйня. Клетки во все стороны. О! Вот так вот будет заебись. Короче. Я это нажал. Расширяю. Так. Расширяю сон. Сон? Так, а что надо кинуть? Сахар, ты вопрос. Какой-то спас бросок. Воли, наверное. Ну да. Хорошо, а какая там сложность тебе воли? Сейчас скажу. Угу. 14. Так, ну, зомби, когда тут стояли, уснули. Большие зомби. Не уснул. Блять, я его закрыл. Ладно, помню, сейчас открыл. Разбросок воли был, да. И зомби-мах. Он не будет, он уже не будет спать никогда. Его восстал, он восстал, и он уже не уснёт. Да у него плюс почти перекрывает. Если б крит не успех, это да, да. Да, это было, это хуйня. Флоки, прошу, ваш ход. Я стреляю в заклинателя своим любимым арбалетом. Так, прошу. Попал. Ты замечаешь, как заклинатель, он такой типа... испусти изо рта такой дух, открыл рот, из него такой холодный пар вышел. Ему как будто он разозлился, типа пиздец. Аклабах, прошу. Ты заряжаешься. Так. У меня вопрос такой. Я вот так вот пройти смогу? Ты же на тебе висит челик. Тебе сначала его скинуть. Он прям висит. Он лежит на тебе. На тебе упал, тебя притиснул. Ага. Ну хорошо, давай я его одним... Я могу его через стол вот сюда закинуть? Меня больше интересует просто, что делает дед. И он такой... Ах! Дед лежит такой, типа, блядь. Я шоу подхилил, блядь.
Ну так он в сознании, типа. И он еще типа может шевелиться сам теперь. Говорю, дед, колдуй, заебал. И ногой его так, типа, знаешь, подстукиваю. Он такой, достань мой свиток, сынок! Какой свиток? У тебя их много. Тот, который поможет. Самый левый. Самый левый для тебя или для меня? Ну такой, сейчас где-то тут на интеллект ему кинуть, блядь. Он такой, о, блядь, ну для тебя, хотя одинаково ж, блядь, по идее. Достаю, даю ему этот свиток. Разверни! Разворачивай. Ну такие, начинаю, теперь придется ждать. Я сидеть, начинаю читать какую-то хуйню. Так, оба. Я просто хотел уже перемахнуть и достать свиток. Вот, но раз так... Там его свитка дохуя на этой хуйне. Ну я понял, не, но он же объяснил какой. Так может там другие еще есть. Угу. Ну хорошо, ну, что ты радуешь, Вова? Ну... Сейчас, я думаю туда. Так, на мне лежит челик. Ну, короче, я его хочу одним ходом, наверное, что сделать. Я его хочу вот сюда перекинуть за укрытие. Угу. Ну, какие он нафиг зомби, ты чё, блядь? Кидай на атлетику. Ну, я же добрый, я так не делаю. Ну, не смог перекинуть. Типа... Не смог? Не-а. И он, типа... Мутузится, хуюзится, типа. Похер, тогда ладно, тогда я что делаю? Я его сбрасываю под себя, ну просто так. Типа выныриваю, грубо говоря. Ну, и просто сам перебираюсь вот сюда. Так, два хода потратил, ага. Два я лучше вот сюда, куда. Это три хода. Вот, ну вот так, да, я до конца, вот, вот до сюда я успею. Так. Угу. Мне надо спасаться. Я все. Так, ну бандосы начинают стрелять, блядь. Мужики там тоже троху дварфы постреливают, блядь, да почему открылся токен? Там зомби, блядь, в огне начинают гореть, блядь. Трошки удалим, потому что начнут зайдут сгоревшие. Так, ролл 1d9. Погнали. Сколько дваршу попадеть? Блять, ну заебашили они, короче, гигантскую ебаку. Это зомби догорели. Так. Так, теперь ходят зомборезы. Так, они подходят ближе. Короче, да, берет спящего зомби, гигантский челикс. И кидает вас на лестницу. Кстати, Паша, огонь все еще не расходится? Там огонь, видишь, уже, так... посмотри, блядь, сюда. А там огонь, так дома огонь не будут вот так? Так там, которые уже стояли, сгорели. Стояли уже сдохли тут. Это а, новое. А, да, все. Посмотри, все, видишь, все, это новое. Все, стало, все, все, понял. Пон. Я просто, ну, на глаз тяжело все, сори. Кидая спящего зомбаря у вас вот сюда. У кого меньше, у кого 17 меньше, все. Грубо говоря, попал в Флоки, который держит свиток. Так, Флоки, чтобы устоять на месте, кидаем Fortitude с сложностью 17. Все? Блять, отнесло вместе со свитком вот сюда, вот, вот так. Типа дед такой. И лутаем. Сколько я тогда кидал? 1d10. Правильно, демеджа. Зомби, и ты лутаешь по 2 урона.
Так, и вот этот вот мах, чародей, колдун. Так, что там вот такое вот было, вот интересное, вот это вот что? А тут есть другая хуйня, но лучом. Вот можно мне какую-нибудь другую хуйню? Так, нанесение ран. Было, значит, тут уже два. Так, количество очков стойкости. Три. Негативную энергию 30-футовой эманации. Нормально. И он, короче, берет так вот посох, руку кладет на посох, вбивает так вот в пол и такой и второй раз бьет, и появляется вот такая хуйня за, ну, за три слота. Да, то есть он что делает? Восстанавливая хп-хи нежити, и вокруг себе 30-футовая эманация. То есть 30 футов, так? Получают пацаны дэмэдж. Все живые, все мертвые хиляются. Так, это будет. Вот эта хуйня 30-футовая. А, Нокса, прошу, кидаем. Блять. Два урона. Кидаем спас. Спас, 20, спас, телосложение 21. Блять, крит дэмэдж. По тебе, Нокса, проходя 22 урона. Земля пухом, Нокса. Вы видите, как чела, вот ваши степ-мазер для Флоки и биксы для чпокания, не знаю, для других. Так начинает троху сниматься такая кожа, мясо так вот вваливается с костей, потому что, ну, порезы такие хуярить поёй. Последние слова какие-то Нокса будут? О! Не? Нокса умерла смертью храбрых. Так, раз, два. Флоки, прошу, твой ход. Я, короче, дубинкой убиваю этого. Угу. На выпадание. Снес ему голову вместе с половиной тела, как он летел, челик, в стену. А стабилизировать Ноксу можно? А как в Pathfinder работают правила смерти? Мастер по Pathfinder, Вова. Да, блядь, ой, там, ой, блядь, там лучше не умирать. Нет, там слишком большой в минус я ушел. Если бы я ушел в чуть меньше минус, можно было бы так мгновенная смерть, поэтому все. Подожди, оно же должно превышать твое. Нет, так оно и нет, оно не должно превышать, оно должно превышать это, телосложение, что-то там. 10 плюс телосложение, кажется. Блин, поэтому... Я сейчас... Больше 12, ну, я не знаю. Ты сначала переходишь в одно состояние, в нем но бросаешь... Если ты 0, ты переходишь в состояние ранен. Не-не, если там минус 1, то там тоже типа что-то будет. Там надо посмотреть. Я, честно говоря, я сходу не скажу, то что... Короче, у меня подсказали... Если больше, чем на минус 12, я умираю, поэтому я умер. Я сейчас посмотрю... вот, я нашел нокаут при смерти, проверки восстановления, смерть, death. После того, как вы умираете, вы не можете действовать или восстановить действие, становится целью заклинания, которое нацелено на существ. Когда вы умираете, ваше УЗ снижено до нуля, и ваше значение, если значение было отлично от нуля, их нельзя увеличить выше нуля, пока вы мертвы. Так. Некоторая магия может вернуть их к жизни. Не, подожди, стоп. Жду. Ты можешь быть без сознания. Если вы без сознания, потому что при смерти, вы не можете очнуться, пока вас 0 очков здоровья. Если мы остановили один или более ОЗ посредством исцеления, вы нет, теряете сознание. Нет, так сейчас меньше, ну типа, что надо, чтобы мгновенная смерть? Я же сказал, это есть мгновенная смерть. Слишком большой минус ушел. Ну, по идее так. Я просто пытаюсь найти, сколько нужно. Вот. Потому что... сейчас, я, наверное, нашел.
А, до нуля. Вы, наверное, перемещаетесь. Та-та-та. А если вы получаете состояние при смерти 1, если нокаутировавший вас был критически успешен со стороны атакованного, либо был результатом вашего критического провала, то вы вместо этого получаете при смерти 2. Если у вас есть состояние ранен, то увеличите значение при смерти на величину состояния ранен. Ну, получается, у него при смерти 2, так? Что надо делать? Должно быть при смерти 2. При смерти. Вы истекаете кровью или на пороге смерти по другой причине. Вы имеете это состояние и находитесь на... состояние при смерти всегда имеет значение. Если оно достигает 4, вы умираете. Если Хорошо. Вы при смерти, то должны проводить проверки восстановления каждый раунд в начале вашего хода, чтобы определить, становится вам лучше или хуже. Ваше значение состояния при смерти увеличится на 1, когда вы получаете урон, находясь при смерти, или на 2, когда вы получаете урон от критической атаки врага. Ну, короче, от крита 2. Если вы теряете состояние при смерти... успешно пройдя проверку восстановления и все еще имеете 0 ОЗ, вы остаетесь без сознания, но можете очнуться, как описано в этом состоянии. Вы теряете состояние при смерти автоматически и приходите в сознание, когда у вас будет 1 или более ОЗ. Всякий раз, когда вы лишаетесь состояния при смерти, вы получаете расстояние ранен 1. То есть, ну, Артем, да, ты можешь проверка попытаться... Нет, ты должен делать... АС плюс текущее состояние смерти, то есть 12. 10 ну это со стороны Нокса. Флоки, ты можешь попытаться, тебе надо медицина от 15 и выше, чтобы стабилизировать. Да. Ну, блядь. Погнали. Блядь, ну, не получилось стабилизировать. Я знаю, что еще такое при смерти. Пробуешь еще? Ну, у меня еще есть одно есть, я пробую еще. Нет, ты понимаешь, не тебе ей исцелять, к сожалению. А наложение рук у тебя снялось? Подожди. Ну, наложение рук у меня, ну, типа, это ж фокусировка. А если ты говорил, у меня 1 балл фокусировки, то все, у меня больше нет. А, да. Надо только чекнуть, сколько там фокусировки. Ладно, будем считать, что... Один. Нокса, прошу, кидаем, что там надо его кидать? Надо чистую 20 кидать, у тебя сложность будет сейчас 12. Сложность до 12. Если больше 12, то ты на единичку лучше. У тебя сложность теперь в следующий раз будет 13. Еще раз провалишь, сдохнешь. Так, Аклбах, ваш ход. Ну, хорошо. Так, я хочу подойти и попробовать исцелить. Могу? Да, да, кидай. Медицина. Сложность 16. Блядь, ну хорош. Осталось. Я так понимаю, я могу что сделать? Я улучшил состояние при смерти, я так понимаю. Или как? Да. То есть там было при смерти сколько? При смерти 3, сейчас при смерти 1. 1 даже? Да. Могу еще раз попробовать? Ну да, сейчас сложность будет... Тогда во сколько сказал? 16? Ну, было 16, да. Сейчас 14, погнали. Нет. Я выдумываю этот Паша нахуй правила на ходу. Ну что делать, блядь? Не, ну будем это, а то в ваншоте уже сдохли быстро. Так, давай, ну все, стоп, мне еще... Еще... подожди, ты походил, пошел нахуй. А, все, я ходил, я перемещался. Дед такой: Флоки, подай свиток тот! Даю ему свиток. Он такой: Ну-с, бляди, поиграем! Поиграем! Начинает, типа, хуярить жестко. Вокруг вас такая вот... сейчас, сколько? Круг деда такая вот. Волна света пошла. Радиусом сколько? Сейчас сделаем. Радиусом 20 футов. Дварфов у вас, тут, грубо говоря, мужиков.
исцелила. Такс. На... Кидаем кубас. 1,12 хп. На 8 хп. Все добавляют себе 8 хп. А степ-мазер теперь не при смерти, а просто без сознания. Алло. Вова, Артём, плюс 8 хп. Алло, вы не чуете? Алло, алло. Алло. Подождите, подожди, я не въехал. 8 хп, всем? Да, всем в радиусе, что, этого, я думал... всем в радиусе этого деда. Ой, бля, я тупанул, сори. Ну, это же, ну все, я готов обратно убивать. Доспех, блядь, где нахуй твой? Вот, горит. Ну, так я кстати, вижу. Как там пламя? Как там урон в мойку? Как там урон, помойка? Урон, помойка. Что по урону? Что по урону? Так, делаем вот так вот. Блядь! О! Сейчас, Ctrl, подожди, блядь, Ctrl-Z. На надо отдалять руками, блядь. Мы удалились вместе с этим токеном, нахуй. А, пацаны, вы можете, конечно, говорить, что мув был говно? Ну, зомбей я убил больше. Косвенный дэмэдж тоже дэмэдж, как говорится. Достаёт доспех, все у него сгорел. Ну да, блядь. А да сгорим потом мы? Угу. Ооо, это мясо. Это мясо. Ну, это мужики видят, что тут начинают, такие, блядь, начинают отходить. Блядь, ушел в стену. Начинают сюда так вот становиться. Блядь, куда встать? Куда встать? Так, раз, два. И дварфы стреляют в гигантское ебалово. Сколько дварфов? Попало. Ну-ка, блять, почему на русском? Ну заебаш. Блять, дварфы вот семья хуя, как надо быть. Убили гигантскую ебаку. Так, теперь ходят зомбари. Так, ну ТС-5. Так, вот эти. Сталые зомби. Книжки спел. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, этот Кент становится вот сюда. Так, ну и ну вы знаете, пацаны, дает правильно что нанесение ран поебало этой хуйней. Погнали, все с возбросок через сложение 21. Вадим, Вова, Артём, прошу. 21. Не прошел. И получилось. Не прошел. Получили 3 урона. Нормально. А я не получил. Почему? А у меня доспех. От негативного урона защищает 3 плюс. Да когда доспех твой урона лежит, же вот тут вот нахуй горит. Бля! Пошел нахуй. Бля! Отмена. Отмен, я забыл. Так, теперь степ-мазер снова при смерти. Так. Поэтому степ-мазер, прошу, сложность 11, чтобы быть не при смерти. 1. О, ну все, нормально. Уже привык умирать, уже не так страшно умирать. Орел, да. Да, Флоки, прошу. Ну, блять, я все-таки убью его рано или поздно. Я стреляю в него из арбалета. Так, давай. Не попал. Нихуя себе, он еще и бронированный, оказывается. Бот пролетел, типа черканув его черепушку, но не попал. Хорошо. Отбрасываю арбалет. Ну, не как отбрасываю. Закидываю за спину. Ага.
Да, и подхожу, и пижу его булавой. Ага. Да, блядь, ну что это такое? Нет, никак нет. А колбах, прошу, ваш ход. Так, смотри, а вот здесь вот есть вот это вот все, это кухня, правильно? Или это не первый этаж кухня? Что именно? Вот это кухня. Вот первый этаж кухня, да. Ну. Нет, это только первый этаж. Мы на лестнице стоим. На второй этаж, вот что вот здесь находится? Ну вот просто отсюда начинается второй этаж, и я не стал дальше рисовать. Но вот это вот кухня. Но я что-нибудь вижу, ну, типа, если вот здесь лестница, то я через перила, нет, например, вот это вот стена, могу... вот это стена. Она, типа, отдельной комнатой сделана. Чё, не знаю? Механику не сейчас надо объяснять. Нет, так я думал, что если я стою наверху, то вот здесь обычно... Это целая комната. А, то есть вот здесь тоже есть сторона, да? Ну, вот тут, грубо говоря, вот отсюда вот уже начинается второй этаж. Это, вот, вот так я говорю, я отсюда не вижу. Ладно, хорошо. Я, короче, хочу оттащить Ноксу. Так. Вот насколько я могу с ней оттащиться? Отсюда вот куда-нибудь могу? Ну, на второй этаж я можешь затащить спокойно. Да, да, да. Вот я хочу, ну, первым действием... Ну, надо что-то кидать или просто тащу? Кидай на атлетику, типа, насколько хорошо будешь тащить. Блять, ну 2 очка действия придется потратить, чтобы протащить 20 футов. Хорошо, давай 2. Вот сюда перетаскивай, перенесись, Вадимка, сюда. Сюда. Они меня на поле боя, сучёно. И сейчас начинаю ебать. Да, ну хотя бы, как говорится, этот... Еще живую успею, да. Так. Вот. Что я тут вижу? Можно. Второй этаж. Ну, так что я здесь что-нибудь вижу? Ну, грубо говоря, вот, не буду тебе его рисовать, тут типа вот так вот, блять, начал рисовать. Вот так вот, грубо говоря, идти коридор, вот так вот, потом идти снова коридор, и тут вот типа с боков вот так вот комнаты, если что. А то есть тут все, я понял, это верхняя, это типа комнаты, то есть тут ничего такого да. Нет. Я хотел посмотреть, может тут что-то есть. Хорошо, я могу попробовать ее привести в чувство как-то еще. Че, берешь хил? Хила нет. Если выкинешь. У него есть хил, член. Если выкинешь. У меня есть экшен первая помощь. Вот. Если выкинешь крит, тогда ты ее поставишь на ноги, и она будет. А он-то не знаю, блядь, надо мацать карманы. А это добрый мацает человек. Ну, а это добрый человек, я же не будем мацать. Так что, Вова, что ты делаешь? Подожди, я могу. Первую помощь нельзя кинуть просто? Можно. Есть. Что надо есть? А, подожди, теперь нельзя. Это нужен. Теперь нельзя. И он надет? Мне нельзя. Просто медицину тоже нельзя. Можно, так? Но говорю, чтобы восстановить ее ХП. Нет. Тебе надо или сказать мне какую-то ебанутую хуйню по медицине, чтобы я понял, типа, вот с иглы, чтобы уменьшить сложность, или ты выкидываешь крит. Чтобы уменьшить, так? Да. Смотри, а вот эта вот штука, которой ее убили, это вот было нанесение ран. Оно как выглядит? Оно, грубо говоря, как сотни порезов ее нахуй по телу пошли, блядь. А, то есть оно просто ауешно, я имею в виду, распространялось не как там какой-нибудь дым, а просто вот... Оно как негативная энергия, типа ауе, да. Не, так типа как, ну, вдыхается, или типа оно просто идет и там раскидает? Не-не-не, оно именно как волной такой, что силовой. Силовая волна негативной энергии, если так смотреть. Ну хорошо, я тогда там, если у меня есть чем-нибудь, я там возьму, типа постараюсь как-то. Так, это или покрыто все этими шрамами, да? Да. Все тело, типа. Угу. Ну давай я попробую. Залезать. Ну давай я попробую как-нибудь перевязать, допустим. А да? Чем? Отрву кусок от ее одежды. Так. Там. Из бюстгальтера там пятый размер, знаешь, сколько ткани. А, ну я думаю, что у нее какое-нибудь платье будет или что-нибудь такое. Да не надо. Так.
хоть трусы стяну и руку перемену. С юбки, так, взял юбку, так. А, и вот ей хочу, короче, перевязать, чтобы, если там есть какие-то кровотечения, или они собираются, чтобы пережать, и оно, ну, хотя бы меньше стало. Хорошо, тогда сколько тебе плюс к медицине? 5. Тебе тогда надо... тебе тогда надо от 15 чистый, то есть 20 и выше, чтобы суметь. Не сумел. Юбку потратил, но не сумел, типа. Ой, отлично, а тоже хорошо. Так, кто там дальше у нас ходит? Дальше ходят зомборезы. Ну, вот этих можно, грубо говоря, ну, вот этих, блядь, уже можно, по идее, удалять всех, нахуй. Да, вот тут удаляем, блядь, вот тут удаляем, нахуй. Тут удаляем, блядь. Тут удаляем, нахуй. Тут аж делаем что? Делаем вот такую хуйню. А, так, и этот зомбарь, главный маг, да, кастует, блядь, тут есть что-нибудь? На одно действие. О! Кастует, так вот, открывая рот, и такие, типа, холодный пар. Это пар в Артёма. Артём, сброс воли. Я, короче, вижу, что он это делает. Так. Молюсь своему богу. Плюс 2. Ага, погнали. Вот. Ну и воля. Где тут моя воля? Хорош! Нормально. На пуху на один ход, но типа это похуй. Это похуй. И поэтому он делает что? Следующим ходом кидая вот эту вот хуйню тебе. Брест на копье. 20-ка попал? Попал. 11 урона, прошу. Больно, сука. Ну хули. Так, Нокса. Без сознания. Едем дальше. Флоки, ваш ход. Во, и кстати, я рефлексом ему, короче, железный приказ делаю. А рефлексом там надо, чтобы рукопашная атака или какая? Причинил вам вред. Ага, так, что ты говоришь? Я прикасаюсь к нему, приказываю ему встать на колени. Если он отказывается, он получает урон 1d6 ментальным уроном. Что ты ему говоришь? На колени, животные! Хорошо, кидай 1d6. На. Так, сейчас я только гляну. О, так нема. -6, ебать. -6. Так, прошу, и теперь ваш ход, Флоки. И теперь дубинкой сношу ему ебало. Погнали. Первая атака. Попала, -6. -6. Так. Блин, ну что, у меня нету ничего такого, что я могу ему поебал. Это дварфы мужики такие, мы поможем тебе, берут так вот его, вцепляются в руки и такие держат, типа, бей! И следующая атака будет с, грубо говоря, с плюс 2, ну, попадание, пойму. Бью! Блять! Сука, не попал. Мужики, спасибо, но сегодня не мой день. Короче, касаюсь его и наслаждаюсь болью, которая его пронизывает, если, конечно, ну, пронизит. А, с вас бросок воли, правильно? Да. Так, хорошо. Так, с вас бросок воли, сложность какая? А как, ну, как посмотреть, там не было сложности. Пацаны, сколько это, как-то считается спас-бросок, спас-броски? От чего? Ну, в смысле, сложность? От заклинания, да. От
куба сложно. Там типа. Там, смотри, у существа будет. Сейчас я скажу. Пас DC, по идее. Spell DC, да. В Spells DC он считается. 10 базовый. Плюс на этот. Trained, не trained. Бля, ебать, я долбоёб. У меня все это время Spell DC без, это, без плюсов был. Во-во. Ну и хуй с ним. Плюс, плюс тата твоя. 18, значит. Ну, прошел, получается. Прошел. То есть цель получает полный начальный урон? А, подожди, успех. Цель получает половину урона, да? И не получает продолжительный урон. Ага, когда ну, 1 до 4. 1 урон. 1 урона. Ну такое. Боль не настолько сильна, как хотелось бы. Так, сейчас, пацаны, подчек. Служу, да, я, конечно, думал во время игры, блять, какие-то цифры маленькие. Сука, долбоёб. Ну ладно. У меня вообще спал DC 8. В смысле 8? Брали. 10 с профишенси? База 10. А у меня профишенси минус 2, я ему не обучен. В смысле ты есть... А, ебать, у тебя какой-то класс говна. Я не кастерский класс. Я не кастерский, я умный кастер. У тебя от инты плюс 5 должно быть. А вот это должно, это у Паши, блять, на всех этих, в его шаблоне, везде стоит, этот, блять, кастом. Всех да, вот из этого кастом я и обосрался. Так я сейчас еще отойду, если что, пацаны, чай себе залью и приду. Да, я тоже пойду чай сделаю. Блять, сколько там комаров, пиздец! Пацаны, где тут моя эта хуйня? Охуеть! Охуеть! На комары, блядь, это хуй. Лучше не заходить, блядь! Там, як в лесу, блядь, комаров, блядь, полчища, пиздец! Это просто ахуй! Так, алло, меня слышно? Это просто F. Соболезную. Это просто F. Поэтому F о клубах ходим. Так, получается. Так. Так понимаешь, что остался чисто один у них ворох, да? Да. Кидай 2d6 огня. Для начала. Я? Ну ты ж огнем управляешь, ну. А я уже? Так мы просто до этого они просто умирали, ну ладно. Ну, у него больше здоровья, чем обычно зомбари. А те сразу типа умирали? Я кинул, ну этот висит. Ролл 20, пишет Ролин. Ролин. Нормально. Нормально, блять. Пока я, конечно, больше наношу свои. Так, хорошо. Чтобы чужие боятся. Ну тоже правда. Ну типа зомби могли бы и больше нанести, правильно? Правильно. Это что? Короче, а я что буду делать? Короче. А я могу. Я хочу что-нибудь. Я хочу что-нибудь сделать, чтобы воды. Воды как где-нибудь найти. Короче, ладно, пофиг. Я делаю, во-первых, перемещение куда? Перемещение сюда, получается? Так. Ой, блять, я этот... Падочку. Я такой, типа, кричу вот этим вот мужикам, что, типа, бля, бегите за кухню, на кухню за водой. Ну, потому что я не знаю, где еще может быть вода.
Вот. И, короче, хочу метательным ножом кинуть в вот этого челика. Угу, вот. Прошу. А только я его не успел внести, можно я кину просто двадцатку? И все. У тебя же есть кулак. Нахуя тебе, блять, кулак? А кулаком можно? Пофиг, я уже кинул двадцатку. Так там же добавляются обилки, блять. Кидай кулак, заебал. Давай. Надо добавлять модификатор. О! Не попал. Ну окей. Чё тогда? Подожди, так ты только один прошел. Или А, стоп. Ну, расход. А, все, я же кричал свободным действием, ну. Да. Ну давай попробую вдруг. Рая. Ладно. К сожалению... Минус два кинжала. Так. Мистер Undead. Что он делает? Касается Флоки. Да? Использует вот эту хуйню. Погребальный звон. Жандар пришел, что ли? Спас бросок. Воли 21. Флоки, прошу. А, стоп, подожди! Пошел нахуй, не надо, не кидать. Отмена, оно тут при смерти надо кидать, я понял, я не так посчитал. Эх, сука, ладно, тогда он просто что делает? Просто касается и за щеку ледяным прикосновением, блять. Вот это будет лучше. Фортитюд, алло, Артёмыч. Артём? Фортитюдыч. Фортитюдыч, Артёмыч. Фортитюдыч, сейчас 21, все будет. 21-ыч, да. Молюсь Богу. Ну, без толку. 10 урона. Нормально. Вот ты отлетаешь. Флоки, ход ваш. Я хочу убить его дубинкой, на. Мужики нам еще что висят, так что плюс 2 попадания будет. На. Минус 7, так. Второй раз дубинкой, на. Блять. Да что такое? Я не понял. Третий раз. Подожди. Жду. И обилка какая-то. Так. Если что, я бы тебе наносил дэмэдж. Да? Ну. Не забывай. А если наносил дэмэдж, то получается железный приказ. Я ему приказываю на колени. И он не становится. 1d6. Минус 1. Минус 1, да. Блять, ну что тут еще тебе сделать? Запугивание. Ну, в принципе, что, надо текать. 7 хп это мало, правильно? Поэтому я отхожу. Правильно. Сколько? 20. Нормально, пойдет. Такс. Аклабахыч. Прошу. Так. Давай урон сначала кинем. Огнем кидаем. Да, да. Минус пятерыч. Кто же добьет, интересно? Ну-ка. Мужики, которым я сказал бегать за водой, им похер? Они горят им норм? Беканы после пойдут. Они после этого хода. Потом! И... Они уже... Ну я ж на прошлом еще говорил. Все. Хорошо, тогда я сделаю вот так. Блять, почему я не могу их выделить? Могу, вот так. Тогда я сделаю вот так. Дворфы стоят на страже покоя, так. На страже пятого размера, так.
Если я вот сюда зайду, я получу урон, то мне? В следующем ходе, да. Ну и на этом. А, если зайду, на этом ходе, ты, на этом ходе получишь 5 урона. Не с моим хп, не с моим хп. Ладно, буду кидаться. Так. Боньк. А почему так мало? Так. Ну, не попал, даже... не попал. Трейн. Ёбаный рот. Нет, слушай. Перекидываешь? Можно... Нет, ну тройку можно просто добавить? У меня стрэнс... Ну, кулак от стрэнса... Ну, ладно, я не кулаком делал, я кидался ножом. Ну. Ножа бонус от силы при метании. Если да, ловкость. То это... Там вроде можно да. Или силы, или ловкость, если правильно помню, разве не? Я вот не помню, честно говоря. Ну, в Демейде ты... точно так, типа, либо сила, либо ловкость. Как по Спайндере, хуй его знает. Дение, урон... сейчас я просто... Ну, вот тогда хотя нет. Плюс 3, плюс 2, все не попал. 17, нет? Попал. Нет. 17 не попал, то все. Не берет вот такая звука. Ну, все. Так. Шкелет делает следующее. А, тут его было. Блять, ладно, похуй. Метает божественное копье. В кого? Кто по ему там дэмэджил? Пошел нахуй, тут передо мной толпа людей стоит. Хорошо, сейчас. Сколько тут. Ну, чтобы попасть во флоки, это надо. Раз, два, три, четыре. Если кидаю так. Флоки пятый. Не, в ногсу не попаду. Это, если кидаю 1d6 и 5-6, это попадание во флоки, так? 4, в Аклабаха, прошу. Аклабах. Получаем дэмэдж. Какой? Критический. Критический. Опа. 16. Умер. Ну не умер, при смерти. Он, короче, лежит у меня на руках, и вот эта музычка. Димон! Ты-ты-ры-ты-ры-ты! Да-да-да. Так, ну это у меня состояние при смерти один получается. Один или два? Ну я же... А, я критом получил. Критическое, да. Да-да-да. При смерти два. God damn right. И он беречь мужиков этих... Дварфов скидывая себе. По крайней мере, пытается. Атлетикс. Сейчас на всякий пожарный кину. Конечно, через бандитов, но похуй. Не, они на него висят крепко, они его прижали. Следующие броски будет плюс 4 к ему, нахуй. Он такие, типа, ну всё, блядь, ты конечная. Стоять в огне, но будут дефаться до конца. Флоки, прошу. Я стреляю своим легендарным арбалетом. А он перезаряжен? Ну, смотри, у меня три действия, я в любом случае... А, в любом случае перезаряжаешь. Когда влаживаешь болт в арбалет, что говоришь? Говорю, почувствуй боль. Хочу насладиться твоей болью. И стреляю в надежде попасть. Блять, ебаный комар. Да сука. Да сука. Вот это вот реально боль, блять. Болт пролетает мимо. Аклабах, прошу. Сложность 12. Ролл 1.20. Вова? Вау. Сори. Я тут что, кидаю спасбросок со сложностью 12, так? Да! Это считается крит провал? Нет. Нет? Ладно, хорошо. Ладно. Может, не, вроде нет. Чё тогда? Следующий. Мужики пришли. Блядь, сука, разломали кухню. Стали тушить пожар, блядь.
где тут моя, где тут мой радиус? Трошку уменьшился. Прошу, Аклбах, кидаем один, ой, 2d6 урона. Так. Ёптить, моптить, да что с этим не так? Две шестерки. Сейчас, подождите секунду, у меня ролл просто тупит. Так это, наверное, из-за вот этого. Во, все, это мне этот наложил. Ну, я где мог, враги? Ну, хорош, но видишь, на последнем издыхании еще жив. Сука, все еще жив. Этот Кент кидает. Не, пытается скинуть себе дварфа, потому что, ну, блять, пиздец. Что за хуйня? 21. Ну, дварфы так просто не даются. Все еще держит. Правильно говорю? Блять! Держит, пиздец. Все еще держит. Пошел нахуй. Флоки, ваш ход. Я заряжаю свой легендарный арбалет. Так. Обмачиваю, короче, болт в крови Аглбаха. Так. Хуя себе. И говорю, почувствую боль, которую почувствовал Аглбах. Так. Так. Ну это должно быть. Ну это должно быть, ну это должно попасть. Сука! Ну что за хуйня? Слушай, а у тебя модифайер. Плюс 8. Нет, все модифайер. Все вроде бы правильно. Аклбах, прошу. Сложность 13. Сложность 13. Просто представляете картину, стоит он, стоят, короче, эти челики, и вокруг чисто болты, вокруг. Да, летят. Хилимся живем. Аклбах, при смерти один. Мужики тушат пожар дальше. Ну, молодцы, тушат, молодцы. Ебать, скелеты уж. Они, может, слушай, они, может, знаешь, как тушат? Они вот, ну, им же удобно. Ой, блядь. Я понимаю, но я так-то. Но я так-то не сниму, блядь. Я понял, но скелет еще горит. Ну, горит, но это будет 1d4 урона. Хорошо. А ему больше не надо. Кидаем 1d4 урона. Рид. А, я кидаю. Да, немножко. Да. Ну, почти его вся плоть слезла, но он еще на силе воли удерживается. Вот. Чувствуете, не хватает вот. Он уже типа даже не может ходить, но он типа живет этой хуйней своей, да? И он что пытается сделать? Пытается скинуть нахуй дварфа. Так как с его слежет кожа, это будет минус 1. 23. Но дварфы держат. Дварфы держат. Блять, дварфы отпустили его нахуй! Раскидал просто, раскидал. И так как он раскидал, он кидает, блять. Божественное копье. Флоки. Хуёки, блять. 1d4. 4 флоки. По флоки, погнали, блядь. За что? Минус 11 хп, флоки, прошу. Ну, все. Финит ля комедия. Стой, нихера. Ты злой или какой? Злой. Если ты злой, то ты не можешь получить урон от зла, напоминаю. Ну, типа, ты можешь получить урон только от добра. Ну, потому что, я не знаю, у меня так было на этом написано. Может быть, это ну, короче, типа, объясняю. Данная цель получает урон выбранным видом мировоззрения, а он бьет злом, правильно? Ну. Да, я сейчас могу просто вставить, я просто, смотрите. Ну-ка, так это чемпион, у него какая-то другая хуйня, разве нет? Может быть, это только на моем доспехе так работает? Ну, только на твоем доспехе. Так, тут написано, что существа не получают урон определенного типа мировоззрения, если только они не имеют противоположное.
Ну просто типа, я не уверен, я эту херню ни разу в книге не видел. Не, смотри. Это немного не так работает. Ну-ка. Просто вот в игре Pathfinder было так, что в зависимости от мировоззрения по тебе мог проходить какой-то урон с плюсами или с минусами. И это вот именно про это. Урон будет, но просто если бы у тебя была какая-то защита от добра или защита от зла, здесь есть такие спылы, тогда бы оно сокращало урон. А так он весь проходит. И защита от хаоса, и от порядка есть вот такое. Просто я напоминаю, что в игре и тут криты немножко по-разному, например, работают. Ну, может быть... Сейчас я загуглю, есть такие спелы. Я сейчас тоже загуглю. Хорошо, но... Артём, позволяет обязательно последнее твое действие. Ну, я, так... короче, на последнем издыхании смотрю на него и приказываю. Преклони колено перед моим трупом, мразь. И как ты падаешь с этой хуйней, да? Это получается ранен ты, да? Потому что не при смерти. Потому что не крит. Как ты падаешь раненый, эта хуйня разваливается, блядь, на куски. Я говорил, что преклонит колено, вот и преклонил. Он преклонил, блядь, в самом деле. Ну там мужики до этого ли... дохуялили пожар, ну что? Дварфы такие поделили, типа, кто-то опалённый, типа, в ожогах, но там, типа, начали мамаша с этими, с остальными, типа, с дварфами обмазываться мазями, типа, мазывать мазями. Подняли на ногу дварфа и Бипсу, степ-степ-мам, да? Видите? Я нашёл. Сори, что перебиваю, я нашёл. Вот только что с Вики скопировал. Так что, по сути, там вот, если я могу ссылку скинуть, по сути, этой херней можно дамажить только меня. Потому что одна старая сука, а другая любит боль. Ну, блядь, ладно. Сами ты сука, я добрая. Момент был красивый, поэтому засчитаем я красивым. Ну, если что, будем иметь в виду, что я понял, да? Ну, на будущее просто. Я случайно про это сегодня узнал, хоть я уже не первый раз играю в Pathfinder. Вот. И видя, что Гавлана нет, что и он среди погибших трупов лежит. Кто такой Гавлан? Хозяин траверны. Надо отдавать 15 шкур, ебать, хорошо. О, наконец-то Вадим играет злым персонажем. Этой, как его, жена Галан такая. Ой, тяжкая, блядь, битва. Ну что ж поделать? Этот, кент, из-за которого все началось, жив? Дед, да. Ну я предлагаю, давайте казним его нахуй, типа, и все. Дед такой, Ульрих. Так подождите, так я же могу воскрешить Гавлана. Ну, в качестве нежити, конечно. Хе-хе, смешная шутка. Можно камни мне кинуть? Можно. Заебись. Вы бьете Ульриха и выкидываете его нахуй на улицу. Нет, так... Не выкидывайте меня. Пошел нахуй отсюда. Я бегу сзади за ним. Подожди, я хочу увидеть твою боль. Ну, как-то вот так. И на такой веселой ноте, в принципе, можно объявлять конец ваншота. Так, ну шо? Гайсы. Гайсы, которые биксы. Так. Ну, я могу сказать, что, если честно, идея с зомби-инвейдом прикольная, но зомби зомби дохуя, они слишком быстро вломились, так. И слишком здорово, это верно, ну, мы начало ходов просто сосали кок.
Потому что они двигались... Надо было раза в два меньше делать, и было бы заебись. Ну, да, ни один стрелок не мог достать в принципе вообще. Я уже так конец даже наебал один раз, когда я сон кидал, я наебал, потому что я не доставал на самом деле, но никто не спросил. Ну, блядь, реально, а что мне делать оставалось? Не, ну, в принципе, хорошее, это адаптируй импровайзинг, да, импровизируй. Да. Поэтому, в принципе, блядь, ну, я понял, типа, надо меньше было как-то делать. А, потому что, и просто лично мое мнение, типа, было интересно, когда приходили монстры-ебаки, но вот прям настолько огромное количество мелких зомбей, ну, я хз, типа, это вы фанаты битвы с крысами? Ну, ладно, это мемно. А, это, я не спорю, это мемно, но просто, типа, в целом, я могу лично свое сказать мнение, я не люблю стенка на стенку. Потому что там, да, потому что... Это тяжело отыгрывается. Это да, это тяжело отыгрывается. Оно даже не так тяжко в менеджменте, оно не интересно. А как-нибудь по-другому. Да. И тогда было бы заебись. Просто надо как-то посмотреть или придумать правила для массовых боев. Там какие-то были, но там немножко, ну, какие-то сложновато, и то они были. Не, в любом случае, в теории это пригодится в будущем даже вот в Кляновом комбайне, да, потому что в теории у нас там все идет к войне, массовой битве какой-нибудь, да. Поэтому надо так чекать. Яком момент до пизделовки. Нормально. Ну, до пизделовки нормально. Да. Я слишком много поиздевался над Вовой, но в целом норм. Остальное за тебя сделает жизнь. Нет. Самый неприятный момент в сегодняшнем ваншоте — это было создание персонажей. Нет, но зато эти персонажи выжили, если будут следующие ваншоты, вы будете катать ими. Так что, ну, не ссать. Ну, можно ими катать. Ну. Не, на самом деле же говорю, типа, просто прикол в том, что вот ты, типа, сейчас создал перса, ты, если тебе, грубо говоря, перс твой умрет, и тебе завтра Паша скажет, бля, мы снова катаем ваншот, ты этого перса уже, ну, не будешь сейчас уже делать. Ты уже сделаешь... Два часа, потому что пикну мага. Да. А, потому да, что, да, пикну мага. Да, он пикнул мага и забыл статы себе добавить и сосался. А, да. Его, кстати, зовут Вадим, если что. И, кстати, я там умирал только когда бросал 4 и меньше, и я бросил 4. Вот. Слово просто пришлось. Умирал от чё? А, типа... Если бы я кинул больше 4, то по мне бы не прошел крит. Я понял. И я бы выжил. Ну, короче, в принципе, интересно. Мне, если честно, идея мрачного кампейна, где повсюду ебаки нежить, мне это интересно. Вот, поэтому на будущее... Если, если персонажи будут... злые, его один добрый, и все бы... Да, ну, на самом деле, если честно... Мне было прикольно, особенно вот когда вы, ну, типа, отыгрываете конкретно злых персонажей, то что чел буквально своего союзника проигрывает его сраку, и ему просто похер. Ну, он не делает такого. Ему не похер, ему хуёво, что проиграла так дёшево. Да. То есть, типа, вот это было, это типа, это было смешно, потому что это реально, ну, очень, очень прикольная такая это. Это очень прикольная атмосфера, я бы, ну, типа, я бы еще раз так поиграл. То есть, типа, для меня это просто логично. Вы сказали в начале катки, что мы такие, типа, ну, не добряки. И когда, и, то есть, если вы здесь начнете такие, ну, он сдох, ну, и хер с ним, я такой, блядь, ну, это же логично. Ну, поэтому мне все нравится в этом плане, да. Так что, вот так. Я просто сидел и думаю, типа, ну, блядь, что можно дать-то ваншот? И так подумал, типа, блядь, ну... Пизеловку с андедами, мне кажется. То, что у меня токены андедов готовы, в принципе, типа, можно дать их. Я сейчас думаю, типа, блять, может пизеловку с этими баргистами, потому что токены баргиста готовы. Не, они дуже сильные, нехай андеды. Да и тут есть место на баргисты. На чуть более высоких левелах. На низких левелах он на самом деле не очень. Вот на высоких выбора дохуя, и все ты можешь сделать куча. Просто на высоких левелах, на вот слабые мобы, вот смотри, те самые зомбаки, ну они типа не чувствуются вообще в этом плане немножко, хуево. В том плане, хочешь дать каким-нибудь пацанам четвертого уровня, даже четвертого,
зомбарей, ну, они не почувствуют. Кроме вот обычных зомби не почувствуют вообще в принципе. Только вот зомби-громила, вот этот вот зомби-призыватель, ну, они почувствуются, потому что зомби-громила 2 уровня, зомби-кастер 4 уровня, так? А вот эти зомби, которые обычные, они минус 1, блядь. Они вот уже на 2 они не чувствовались, потому что их КД-12, блядь, было всего, да? А там потом так будет вообще хуйня. Нет, так за первый левел зомбари и бомжи, но уже вот эти, я же говорю, я когда катал, зомбарей чуваки вообще в ноль разносили, вот, но при этом разбойник 2 уровня вадис одного удара. Мы же на крышу залезали и свет в подстрелил. Ну да, так не, все равно, типа, они рил легкие очень были, ну там ничего. Я пока, я только вот когда на 2 катке придумал, что они будут кидаться руками, ну тогда хоть они как-то урон начали получать, вот, и так вообще изи было. Вот, а разбойники 2 левела здесь уже буквально Вадю ваншоту, например. Может такое было, это было смешно. Вот. Мне да. Ну это, ну, это понятно, когда чувство такое, блять. Не, ну это я просто не ожидал такого, ну типа выпало и выпало. Так что типа я еще не против поиграть в ваншотики по ПФ. Я бы даже на какой-то, ну я же говорю, честно говоря, если у тебя это все как целый мир, то я бы вообще на какой-нибудь, может, мини-кампейн собрался. Ну типа как продолжение, либо про дворфов, это что же, это уже это мини-кампейн. Это... Просто дворфов надо Дурин Саксон, без Дурина Саксона не катаем. Ну вот, так я имею в виду, что типа вот потом можно будет продолжить какие-то параллельные, потому что я хочу расследовать, что у тебя там за ебаки. Как я говорю Колю, ну типа, я вот все, что вот страшная теневая хуйня так придумаю, и вот даю. Мне интересно, да. Як ти Вадим, ти... чего вы тогда говорили, что типа ти кто-то там сидел ночью, не помню просто, что типа блять дракон летит, ти это Владос говорил нахуй, типа, да, и кто-то из вас сказал типа блять, так там стопудово токены заготовлены, Павел, у меня, грубо говоря, из ночных ебак заготовлены были только баргисты и все, остальное я отдавал максимально страшно, чтобы вы старались туда не идти нахуй. А, так, а кто такие баргисты? Кроме того, что, ну, типа, я знаю, кто мой баргист. Вова, тебе задание. За неделю поиграть в первого Ведьмака, блядь. Разберешься в алхимии чуть-чуть, посмотришь, кто такие баргисты, блядь. Бля, я... А собаки МД это типа баргисты, да? Это такие собаки, призраки больше такие. Баскервилли. Все, можно не играть, я понял. Спасибо. Только они жесткие, это... типа, там есть, типа, баргисты. 4 уровня, а есть баргист 7 уровня, типа, ну жесткий на самом деле. Я обязательно когда-нибудь поиграю, пацаны, в Ведьмака, честное слово. Ведьмак это легенда, Ведьмака. Не, да я знаю. Ну просто руки как-то не доходили. Так надо сказать, чтоб Коля дал задание. Ну на харде с алхимией, это прям вообще. Ну. Другой мир. И гуляю сразу в первого, во второго, третьего пока не... Надо вот посмотреть, как это было вот в старину, когда алхимия, ну, была кайфовая. Когда типа такие, блядь. Когда ты можешь посмотреть на Вики рецепт, даже не имея свитка, сделать его и такие, о, ебать, слезы жжет в начале игры, и убирает интоксикацию алкоголя, что можно перепивать пацанов, база. Не, я видел геймплей, там, по-моему, еще боевка такая. Боевка надо такая, боевка странная. Категории Б. Примитивная достаточно. Там, категории Б, да. С мышкой да. Кликать. Лол, вовремя. Да. Шутер, что ли? Не понял. Почти. Это автобатлер. Это автобатлер, только надо... Это нет, это как-то ритм-играт. Вовремя нажимаешь левый клик. Crypt of the Necrodancer? Это нет, это скорее еще Quick Time Eventer, там где ты только вместо Quick Time Eventer тебе левая клавиша мыши ты нажимаешь вовремя. Или зажимаешь там, когда нужно, и все. База. Так что, Вова, партийное задание, блядь. Наконец-то погулять, блядь, первого Ведьмака заебал.
Когда у меня будет комп или ноут, на котором я могу поиграть, я обязательно поиграю. Посмотреть прохождение с первого Ведьмака, заебал. Бля, нет, я хочу поиграть. Ну, типа, ну вы так все советуете, я не люблю смотреть прохождение игр. Второго лучше посмотреть, не играть. Второго, третьего лучше посмотреть, да. А вот первого обязательно надо именно к прохождению именно. А третий же, типа, легенда, в смысле, его третий топчик. Третий топчик, но по мне, по атмосфере... Если ты поиграешь в третьего или посмотришь третьего перед первым, потеряется изюминка первого. Не-не-не-не-не, я в первый, ну, типа, точно попробую. Более он у меня у брата даже в стиме вроде купленный есть. Вот поэтому я спокойно, когда-нибудь я отожму у него аккаунт. Почти всех бесплатно раздавали. А у него других игр особо и нет, ты не думай. Вот ясно. О, кстати, точно, мне надо в Epic Games зайти из раздачи. Ой, как бомж реально собирает весь этот мусор. Да. Все понятно. Сидит чел в Darkest Dungeon свой дрочит. А что мне еще делать? Зря он вышел, что ли? Второй? Симсы. Да. Я уже, по-моему, 40 часов наиграл. Он вышел 24 часа назад, пацаны, чтобы вы 29, понимали, у него уже 40 часов. Так этой Колян очень сильно расстроившийся, дезморалившийся. Это одна из причин, почему мы не гуляли на 9 мая, потому что такие, блядь, меня не запускается в Трейдер Кизданш. Это реально грустно, я бы охерел. И он купил? Типа, скачался с Тима и не запускается нихуя, а пиратка запускается. Он такой, типа, в смысле, блядь? Типа, что за хуйня? Типа, стимовская версия не запускалась, а вот потом скачал EGS, она запускается, он такой, типа, блядь. Ну, ты только на следующий день скачал с EGS-овского. Ну, просто я бы сказал, что надо просто им писать, чтобы либо бабло возвращали, либо чинили. Но я думаю, они починят, типа. Да починится, блядь. 100% какие-нибудь логи будут, они скажут там, блядь, пришлите нам, что у вас поломалось. Да Steam вот. Просто так бабки возвращает. Да. Игру не забирает. Нет, не Алиэкспресс, ничего. Ой, нихера, там вышло Lord of the Rings Голум? Да. Что? Не, да я не это, я просто типа, что про Голум отдельная игра вышла, я херел. Так что так. Ладушки, счастья, всем здоровья, спокойной ночи, и побачимся, почуемся, если что, на следующей неделе. Будем ждать, конечно, что скажет Микола по кампейну, блядь. Надеюсь, на снова не дезморалится, не уйдет Мэнни Бэнк, блядь, из на перерыв, блядь, в Ладос, потому что, сука... Я говорю, Коля, дай аукционы. Он говорит, блядь, я не хочу давать, потому что бабки только у Владоса. Бля, я не вижу проблемы отыграть, типа, если Владос скажет, бля, я вам даю 400 бабок, покупайте, что хотите, и отыграть. Просто может Владос что-то захочет, типа, или наоборот, что-то мы захочем, Владос такие, типа, блядь, идите нахуй. Бля, Владос не захочет, давайте будем честны. А если там скажут, продается жопа улица, все такие, вау, Владос такие, покупаю. Я почти уверен, что он бабки тратить не будет. Вот и все. Типа добровольно, по своей воле точно нет. Ну так будет отдельная мини-игра выбивания денег из Ладоса. Да, вот. Поэтому, ну типа я не вижу проблемы за скип, если типа, ну сколько, а сколько тогда людей отваливалось? Один или тогда два? Тогда два, еще вроде еще Лера. А, ну, если два, тогда еще ладно. Вот. Ну, короче, типа, потому что мы такими темпами кампейн никогда не закончим, да. Если честно. А, ну еще Егорыч, но Егорыч надолго, поэтому Егорыч не учитывает. Точно, блядь. Он тогда говорит, что, ну, типа, до, наверное, июля, точно, может, до августа даже. Ну, наверное, до июля. Потому что, говоря, пока сессия, охуеться, все это дело. Бесконечный кампейн. Блядь. Ну Коля сказал, насколько он хочет вводить этот кампейн, он реально бесконечный. Он сказал, что там он его, ну, там, типа, на несколько лет планирует. Если учесть, что мы только закончили эпилог,
то пролог, ну, я верю в это. Просто если учитывать то, что как мы, блядь, собираемся, тогда да. Говорю, Коля, блядь, дай нам филлерную какую-нибудь хуйню, чтоб типа не простаивало, чтобы мы хотя бы типа ну, быть, да. Ночью, быть может, занялись какой-нибудь хуйней, типа, да? Если не аукцион, то хотя бы типа дали какую-нибудь нам загадку, типа, от кого-то попиздили, типа, пацаны, которые любят пиздить, и потом дали загадку Вове, чтобы типа водки, о, ебать, а что это? Алена, бля, чтобы я такой, нихера не понял. Да, 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 да. Что не понял? Нет, Коля, кто? Блин, мне Коля наарм вообще капец на самом деле душит. Серьезно, вот чтобы. Ну, чтобы пацанам получить баф от Иза. Грубо говоря, ну опять же, это. Ты берешь, короче, приходишь, говоришь, пацаны, у вас есть быф? Да, дайте его сюда. Ульсу, пацаны, у вас ульсу, есть? Белый бык. Ой, ульсу, сори, да. Ну, да-да-да. У вас есть это? Да. Давайте. Что нужно сделать мне? Ну, давай книгу. Книг просто ни у кого нету. Просто ни у кого нет. У нас есть свитки с этой хуйней. Отдавай ей знания. Отдавай левелап. Левела. Точки. Ну, типа, это, для меня это просто не, это несовместимый, ну, несопоставимый вещь. Блядь, у нас есть свитки уже с хуйней с этих... Как его со стен Иза, мы можем пойти. Я уже один отдал, у меня других просто лично нету. Ну, типа. Так. Я один сжег, уже отдал. Можно было хотя бы перерисовать и потом отдать, блядь. А нет, так оно так будет, оно не, тогда не поэтому. Ценность теряется, да. Блядь. Типа никто не должен знать. То есть то, что я его отдал в таком непрочитанном виде, это типа имба. А это будет, ну я не знаю, как там Коля считает, но это, грубо говоря, x полтора. Просто я же говорю, я могу там жертвовать левелами, ну, приста, но это как бы не очень. Это кайфово. Хуйня, это поэтому, хуйня. Поэтому, если честно, как-то бог знаний меня разочаровал в этом плане. Потому что, так, типа, ему слишком большие просто какие-то... Просто, он же еще бог защиты, по идее, спроси у Коли, ты можешь ему приносить, типа, броню, доспехи, щиты, да, в жертву? Да. Можешь ли ты приносить? Я ему прямо сейчас отдал бы, понимаешь? Вот, ну короче, типа, мне вот именно, мне просто, вот я же говорю, я как бы, у вас это вообще вот больше всего, кто Иза любит, у них, вот у вас охеренно сделано. Ты говоришь, тебе говорят, проведи бой без получения урона. Вот это типа челлендж, базовый челлендж, он есть в половине игр, но он классный. Да, где мой челлендж? Типа, блядь, молчи неделю, там, я не знаю. Перепиши 1000 книг, там, типа, блядь, прими на себя 1000 урона, там, заблокируй 200 атак щитом. Блядь, ну это надо просто, как говорится, Колю надо написать. Алло, Коля, хочу это вот. Просто Егорыч тогда писал Коляну, ну, экстра дохуя, типа, сюжетных, ну, типа, не то, что экстра дохуя, но мы с Коляном, типа, и в диске там сидели, типа, Коля, а вот хочу прийти, типа, в такие вот моменты, что, типа, было, ну, типа, ахуй, то, что нам попрошло там с Коляном говорим, типа, да, по поводу его, типа, друзей, вот эта вот хуйня. Он говорил Егорычу так мне, что, типа, я не знал, когда Коля это даст, но, типа, мы с ним поговорили, что, типа, ну, какая-то вот, вот, действительно, вот такая вот хуйня, чтобы была. И Коля, я, ну, давал тогда вместе с статуей. Это, конечно, было, как по мне, немного душновато, потому что и он, грубо говоря, делал, ну, вел челика именно в заранее заготовленную сцену. Мне так больше нравится, как вот сейчас, до зомбарей, до пиздевки, типа, ну, мне было понятно, ага, тут пацаны играют в кости, ага, тут пацаны пиздятся. И типа, все остальное, типа, ну, это уже, ну, на месте самого пришло. И это, типа, ну, как по мне, это больший ахуй, потому что, ну, ну, больший кайф дает. Хотя, ну, не знаю. Ну, мне, живу, мне зашло, вот как сейчас было, мне зашло, потому что же говорю, как бы, типа, ну, хз, короче, мне кажется, просто Коля сделал какой-то вариант моего бога каким-то душащим, вот если честно. Потому что мне кажется, что если там какой-нибудь Рессии поклоняться, смерти, то, типа, такая, убей. Типа, она такая, типа, ну, вон, типа, убей его, я такой, Рессия, вот тут... Собственно говоря, Икарий тут фермеров заколол. Я приношу тебе их души, если они у них есть. Она такая, бля, вот это ты молодец, вот держи баф. Ну, мне кажется, Рессия тебе будет говорить, алло, бля, тут пацаны восстали, тут как бы показывать Налада и Мальдею. Ну вот убить их надо.
А, подожди, она их сама воскресила. Хорошо, то, грубо говоря, тебе будет... А, так сука, исполняй, грубо говоря, волю Баргиста и все. Как нам не дают ни одного, ну, типа, ну, так... контракта. За это все это время был один мужик. Так говорю, Коля... Колю надо, чтобы ему говорили, что типа игроки хотят. Он типа сады, типа, блять, почему типа вы мне не говорите, что вы хотите? Типа, я не знаю, что вам давать. Да, поэтому, пацаны. Ну, так что за домашнее задание всем поговорить с Колей и сказать, всем поговорить с Колей, говорить, алло, нар, даеть бафы за общение с им, если жертвуете доспехи, щиты, это же бог защиты, да? Жертв, типа, если я куплю крепость и пожертвую на ару, засчитается ли? Да, стену, построю стену, и такие, нар, стена в честь... Заложу жопу лада, да. Да, стена, стена в честь твою. Бери. И такие, опа, дематериализация стены резко. И все. Так что так. Ладушки, хлопчики. Ну шо, пацаны, давайте. Ну, спокойной ночи. Встречи. Счастья, здоровья. Ну, пока, да. Давайте. Баба.